Сейчас все я починил вроде. Я, короче, сейчас я услышу вас, и вы скажете, что все хорошо, и я, соответственно, вам объясню, в чем дело было. Тут темно, сейчас тебе будет светло. Сейчас мы разберемся, короче. Я лазил по этим всяким и подумал, а чего, пока я не стримлю, не видеть, короче... О, господи, серьезно? Угу. А, слушай, сейчас посмотрим. Сейчас я разберусь, не парь. Все, вот теперь меня должны видеть и слышать. А, народ? Порадуйте меня и скажите, что я все вижу. Я, короче, разбираюсь в одной теме и просто решил, пока я, мол, занимаюсь всякой патафлей, я, соответственно, в общем, почему бы и нет. И, соответственно, в общем, вот, я захостил Дашу, теперь она сейчас стримит Castlevania, и в итоге вам перекидывают на нее. Я думаю, когда я работаю, когда я занимаюсь стримами, у меня не перекидывает, а она перекидывает, вот. Пишите хоть, хорошо меня слышно или нет. Диса Шепард, спасибо за ресап, пятый раз. Спасибо огромное. Все настроили, короче, я просто еще разбираюсь. Я совсем недавно на Твиче, всего полгода. Целых полгода. Руки, они убегают в глубокую пещеру. Почему, Артур, почему? Потому что, потому. Так, я все вижу, а теперь... О, вмятину видно. Саванджер, спасибо за ресап в шестой раз. Вмятина... Был обычный день на урановых рудниках, шел кислотный дождь, с неба падали радиоактивные камни. Я на секунду снял каску и вот результат. Да. Да. О, Евровидение, смотреть будешь? Нет, я говно не смотрю. Ой, что там было? Не знаю. Я ненавижу Евровидение, он уже, наверное... Да он всегда был, по сути, спектаклем, политизированным говном. А сейчас, помимо политизированности, он еще и толерантное говно. Вот это вот Кончита Вюрст всякие и тому подобное, это бред. Я не могу это смотреть, мне отвратительно. Ну и то, что там от нас выступает год из года, там, они один хуже другого, реально. Так, Артур, я понял, что... Я только что объяснил, что за вмятина. Сейчас будем играть, если ты только пришел, я смотрю. Сейчас, секунду. Что-то мне, короче, все начали писать резко, кроме Джека Шепарда. Джек Шепард, ты на стриме? Дай нам этот знать, если ты тут. Потому что нам нужен человек, который будет мне светить. Я сегодня не знаю, я что-то носился так, я нифига не успевал. У меня на счетчике 0 зрителей, это норма. Норма, меня никто не смотрит. Вот смотри. Я ставлю чат, я ставлю сабы, я ставлю донаты. Я не ставлю, сколько людей меня смотрит. Потому что если меня смотрит пара людей, это уже стоит делать. Почему вам какая разница, сколько меня смотрит? Реально. Можно устраивать срач по поводу дома. Можно, но только один раз. Потом тебя забанят. К тебе придут из Евровидения. Пусть приходят. Я им покажу, что у нас здесь. Мы суровые и черные, господи, темные азиаты. Покажем, как это надо. В этом году, небось, Чехия выкинет бородатую женщину, ребенка, и тот победит. Да, наверное. А когда будет звук, у меня его нет. Включи звук там внизу, короче, вот этот вот. Он не слышит просто, ему нужно. Вот тут вот, вот сюда нажми, короче, и будет у тебя звук. На Твиче же тут, по-моему. Потери кадров 0%. Ах, что не так с... Я не знаю, что не так с Doom. Doom лично для меня что-то прям меня так прет, что я даже не знаю. Как твой стул называется? Шняга называется. Спинолом. Надо менять, у меня от него спина болит ужасно. Заказал удончик ко стриму Блэка. Что такое удончик? Спасибо за Анчу. Вкатывает, как хороший сериал. Мне тоже, да. Поиграй на стриме State of Decay. Не, я лучше в Homefront поиграю. Мне уже ключ прислали. Но стримить я смогу только, короче, 17-го. Вот. Homefront вроде торт. Вроде прикольно получилось, но только в коопе. Даша, спасибо тебе за долгие годы, отличного настроения, атмосферные хорроры. И да, Даша шикарная. Да, спасибо. Какие планы на выходные? Отоспаться. У нас пипец какой-то дубак и дождь идет. А вчера, короче, когда я уснул, у нас включился этот... Музыка слишком громко. Короче, включился этот насос. Там какая-то аварийная ситуация была, и всю ночь... Вы знаете, как вообще насос работает, который в канализацию вставит, выкачивать, аварийный? Он орет так, как будто у вас перфоратор на улице. Вот, всю ночь не спали, не давали спать. У меня плюс 22, а у меня градусов 10 по ощущениям, реально, я сегодня задубел. Ах, так, чё,
DS3. А, пишут, что какое-то обновление на DS3 вышло, которое делает микрофрезы, игра у всех начала вылетать, и все вообще стало очень плохо. Хер его знает, посмотрим. Демониш рисабнулся в четвертый раз. Муах, Персик, спасибо, слушай, да, расцелую тебя. Смотрел трейлер «Кредо убийц»? Нет, так и не смотрел, не хочу. Фассбендер в роли ассасина. What? Не знаю, но я посмотрю, но на торрентах скачаю, я даже в кино не пойду. После Uncharted 4 что собираешься проходить? Да много всего. Что с твоей вмятиной на лбу? Нормально, я только что объяснил, как она появилась. Народ, передайте в чате, мне лень рассказывать по новой. Это очень тяжелая история, каждый раз, когда я ее рассказываю, у меня выступают слезы. Иногда меня начинает крыть. То есть, что тебе надо? Господи, за руку цепляйся. Микрофрезы действительно есть. Ну, сейчас посмотрим. Когда начнем? Да, в принципе, сейчас я жду, когда народ потянется. И, в общем, потом скажут, потом без меня начал, как обычно. Хотя, в принципе, погнали, наверное. Что за музыка? Да саундтрек. Один из друзей Ocean попался, я его включил. Вот. Так, сейчас, секунду. Как тебе идея пройти предыдущую часть Uncharted на стриме? Джека сегодня нет. Джека нет. Что-то он не появился сегодня. Ой, может, если бы я ему написал заранее, то он бы появился, но я сам не знал, что я сегодня буду стримить до последнего момента. Вот, короче, вот так вот. С другой стороны, у нас веселая дичь происходит, но мы очень медленно продвигаемся вперед. Так, хорошо. Что у нас там? В чем суть-то? Сексуальности надо принять. Go Doom на стрим. Нет, игра для Ютуба именно. Как Dark Souls, такие серии челленджевые. Даша позови. Зачем? Даша там играет в Castlevania у себя. Джек на стриме, но он молчит. Шей, а ты откуда знаешь? Пусть приходит, пусть не молчит. Почему английский? Потому что... Да какая разница? Поставили что-то и сидим. Все приходим на Honor London. Все приходим. Все приходим, короче, всех вас жду. Возможно, Джаггер Джек не дремлет. Пусть приходит, я вообще не против, честно говоря. С ним весело, он такой вот подлюка реально. Так, я жду ваши призывы, ребята. Короче, погнали. Сегодня будем бить Олдрика. В списке зрителей он есть. Ну, может, на фоне включил, может, он сейчас в ванной там сидит и свое сексуальное тело натирает мылом. Харди, привет, я призываю тебя. Ты сегодня у нас первачком будешь. Джек очень захотел Мадагаскар. Да? Нокси4991, спасибо за саб. Я тебя сейчас расцеловал, но, к сожалению, занят рабовладельческим строем. Котиков в чат, ребята, котиков. Кейрен Лайнс. Давай. Слушай, а вот получается вот эта локация, где судья Гундир. Он, типа... Привет! У меня одного лагает. Видимо, у одного, потому что потерь пакетов ноль. Харди, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько людей мы можем призвать, по сути? То есть, двоих или троих здесь? Нужно больше антигероев. Да что-то реально за все прохождение один антигерой. Кейрен Лайнс. Так, вроде больше никого не могу. Вроде двое тут. Сейчас посмотрю, конечно. Но вроде это так. Поэтому погнать вперед. Привет, Кейрен. Вперед. Лень котиков. Но ты плохой подписчик. Реально плохой. Что я могу сказать? Сейчас будем Болдрика бить. Сейчас будет дичь. Не выдумывай, давай. Убейте его. Убейте его быстро. Я здесь меч уже ставил, чтобы Джаггер Джека бить. Это тупо. Я не должен сам никого бить. Красавчики! Вперед! Давай! Ты не будешь... Папа! Однако, здравствуйте. Какого хера? Музыка из анонса просто божественна. В смысле? Нормальная музыка. Неправильно все пошло. Вы виноваты. Вы взяли, короче, отец Иоганн. Вот это круто будет. Меня просто зажали у стены. Это вы виноваты. Как вы могли вообще так поступить со мной? Я сейчас отца Иоганна за это выпарю. Сильвестр, столовый, желаю солнышко и тепла на улице, а это небольшая денежка на шашлычок, пивасик и другие вкусняки. Спасибо, Сильвестр, не стоило. Я обязательно потрачу эти деньги на что-нибудь другое. На стринги. И на... Без Джеки не получается. Ну просто, где Джек? Отец, это все ты виноват. Ты виноват, понимаешь? Да, пальцы точно.
Умереть вначале — хорошая примета, но есть. Кек. Где Джек? В смысле, Джек появился? Че он делает? А, начинает всякую вот эту богомерзкую хрень. Ну смотри, правитель, главное святейшество и какой-то странный чувак сейчас будет. Ты посмотри на него. Так, все, кек, пора двигаться. Вот этот парень, я сразу вижу, что он умеет драться. Ну просто по нему это видно. А теперь идите вон туда и верните мои души. Я больше не буду там. Джеки пришел. Где он пришел? Джек Шепард Твич, если ты здесь, то, в общем, отметь, готов ли ты... ну ты понял, я даже не знаю, как это назвать. Если Джек здесь, вопрос вообще не стоит. Вообще не стоит. Давайте, ребята, по браслетам бейте, глупцы. Да-да-да. Смотри, отец Яуган, что творит. Что-то такое ощущение, что он меня убить хочет. Я просто... Я смогу только час посидеть. Имеет смысл сказать? Конечно. Приходи на час. Будем час Олдрика бить. Но это будет сексуально. Сейчас, сейчас. Вот это попытка только. Спокойно. Это называется бить. Слушай, он еще живой. В смысле? Пока не покушение, не выдумывай. Сейчас, Джек, я тебя наберу. Сейчас все будет. Джека в студию, без Джека не то. Ну, как скажешь. У меня уже пятки мерзнут, Джек. Ох. Так, ладно, спасибо вам, сабы. Я пока что вынужден отправить вас домой. Потому что, ну просто я вынужден. Я вас люблю, но это нужно сделать. Просто нужно. Потому что здесь Джеки. Всего на час, но он должен быть здесь. Так, хорошо, сейчас делаем следующее. Вы смотрите на меня. Угу. А я пока включаю скайп и звоню Джеку. Джек, приди, порядок наведи. Типа того. Где дуделка? Сейчас тебе будет такая дуделка. Так, что там? Господи, мне опять что-то написали. Смотрите пока на меня, вмятину обсуждайте. Джеки. В студию его факелейшества. Алло. Его факелейшество, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не хотите присоединиться к нашему празднику жизни? Я готов, да. Сейчас я тебе напишу пароль. Он будет конкретно отличаться от всех. Вот такой вот. Ты видел этот пароль? Я его в скайпе скинул. Реально хер кто догадается. Да. Всем привет. Всем привет, да. Я просто, видишь, оно сразу не пошло без тебя, ты понимаешь? Сразу не пошло. А почему на час? Какие могут быть дела важнее, чем подсвечивать? 8 часов меня пригласили на стрим по готике, и я не мог отказаться. Все, обидки, обидки. Я шучу, конечно. Да я шучу, ладно. А ты долго там будешь? Так, не знаю, если ты будешь сейчас стримить, то я после того стрима приду. Я намерен сегодня игру пройти. Ну, вот как раз люди успеют поиграть, чтобы не было машины, типа, вот, Джек занял место мое. Ага. Народ этот, я пока, короче, включу игру, потому что, чё, где игра? Вот смотри, вот этот Джек начинается уже. А ты куда поставишь свой этот? А я еще типа игру никак, типа геймпад точнее подключил, но его не видит никто. А, ну это бывает. Джек, что за стрим? По готике? Что за стрим, Джек? Ну, по готике стрим. Ясно, ясно. О. Нет, не 1488. Это слишком очевидно. У нас намного сложнее пароль. Ну, много. Максимально. Мы решили вместо 4 цифр сделать 4 цифры. И вы не узнаете, какие. Джек всю игру тащит. Факт. Для Джека будет скучно. Я думаю, да. Стрим по котикам. По каким котикам? Джек, это где? Ну, у меня идет загрузка. Я, по идее, чего? Должен быть у Underlonda же стоять. Ну да, да. Ты должен сделать вот тут вот на стыке, да? Короче. А, ну... Окей, стык. Так, на стыке двух сексуальных вот этих лифт и поверхность. Вот мы стоим и ждем тебя, короче. Слушай, ты реально ровно одну цифру поменял. Ну что ты палишь? Ну мы так постепенно по одной цифре уйдем куда-то совсем далеко.
Да, так, все, подхожу к стыку, поставил. Поставил? Я обновил. Я жду тебя. Тебя по-прежнему нету. А ты к какому стыку поставил? Ну, у нас только один стык был ведь, нет? Ну, наш стык. Наш стык. Да все ваши пароли неправильные. Вот, вот каждый, кто пишет пароли, они все неверные. Да, нет, разведку бы вас не взяли, вот по-любому. Правильно, да. Даже угадать не могут, это ж вообще. Где? На стыке нету ни хрена. На стыке стоит. Ой, я что-то слышу. Пароль на стыке. Просто вот на стыке. Джеки, сейчас надо будет топово светить, понимаешь? Я готов, я готов. Я думаю, что мы даже не будем пытаться босса, наверное, убить, да? Я буду просто светить. Нет, ты должен светить. Как ты относишься к вмятине Артура, Джеки? Я, знаете, я ее трогал, а вы нет. В смысле, ты ее трогал? Я считаю себя особенным. Ну да, пока ты спал. Где ты есть-то вообще? Я тебя не вижу. Ну ты типа появился... Ты же меня позвал. Ну да, ты призван, но где ты? Я под мостом. У меня, наверное, только шляпа торчит, да? Посмотри на стык. Я под мостом стою, что происходит? Я по тебе пробежал? Ты прям по... Ты... Короче, вот стой, стой, стой. Не-не-не, стой там. Вернись на стык. Никаких меня стыков. Я тебя не вижу, я сейчас, короче... Я приду сейчас, Джек. Я взял катану в две руки, ты ее видишь? Я отошел. Я сейчас все сделаю. Прощай, Джек. Ты должен видеть свет. Да я вижу свет, вижу. Почему я под мостом стою? Смотрите на ноги Джека. Почему она крутится вниз? Ага, черт, какого хера происходит? Оно с самого начала каким-то дерьмом попахивает. Так, давайте посмотрим на задницу Джека. А можно вот вообще на стриме посмотреть, как я там оказался, в принципе? Да вон, смотри. Я... Но как, Холмс? Чё за дела, почему я? Видите, две сексуальные задницы прям в кадре. Попробую этот... А ты можешь двигаться там вообще, нет? Я могу, я боюсь упасть и умереть. И ну хорошо, ладно, но это пипец. Ну, типа, что, блин, нельзя как умирать-то. Ты что, умрем, ты все, пипец. Спасибо Dark Souls, почему я появился под мостом? Уи! Джеки, тебе знаешь, что надо сделать? Выбираться из-под моста, понимаешь? Кто-то пишет восхитительно. Я бы выбрался, если бы знал, куда выбираться, я сейчас просто умру. Не надо умирать. Не-не-не, я тебя сейчас изгоню. Смотри, где я. Опустись еще раз на лифте. Да блин, я тебя уже почти выгнал. Надо меня выгонять. Я вижу невидимый спуск. Может быть, я смогу на него попасть? Ага, я так не увижу. Хотя нет, я так увижу. Сейчас ты я должен спуститься сейчас по этому... Ну, короче, я тебя вижу. О, видишь меня? Вот я. Вот как я это сделал, а? Силы мысли, конечно. Сила ля-ля-ля. Jesus of his game. Давай по шагу вперед. Не бойся, у тебя все получится. Ня. Там блю, да буди, да будай, туда будай, да будай, да будай. Ничего не получается. Я в пространстве моста. Я. Слышал про эксперимент Филадельфия? Да, да, скорее всего. Это я. До сих пор, короче, вот эти вот отблески прошлого. Я тебя выгоняю. Мы можем, конечно, так долго. Просто из-за как я тут оказался. Иди домой, Джек, ты пьян. Вот, да, все. Мне пишут, прыгай, я не могу спрыгнуть. Вы понимаете, что я как бы нахожусь типа внутри моста и просто бегаю там кругами. Так, на стыке не ставь, ладно? Либо туда чуть-чуть. Стык — это плохая идея, хорошо. Я поставлю ближе к мосту. Зовите экзорциста. Карди смерти. Ну и вот как будто сейчас все поставили так, как будто виноват я. О, микрофрезы. Те самые микрофрезы. Говорят, какое-то обновление вышло, из-за которого игра у всех стала хуже работать намного. Так, я поставил ближе к Анерлонду, чем к мосту, потому что на мост нельзя. Хорошо, хорошо. Отходило, что здесь происходит. Я пришел. Сложно объяснить. С чего бы начать такой? Ну, знаете, как бы, да... Джек Мосторожденный, да. Ну чё там? Я поставил. Где оно есть, то? Я сейчас должен тебя увидеть. Вот сейчас. Хорошо. О, я тебя вижу. В итоге, короче, опять на стык поставил. Ну вот, типичный Джек. Я поставил перед. До этого прямо на стык, а сейчас на 3 миллиметра, короче. Ну кого ты чешешь? Ага, что? Понятно. В этот раз я не окажусь под мостом. Чё, прикинь, стоп, мостом оказывается. Давай. Ну-ка. Ну, у кого-то фрезы, у кого-то еще что, а я...
А у меня прекрасная походка. Все, я тут появился. Тебя как будто из моста просто выдал. Так, смотрите пока на меня, ребята. А я, короче, меняю пароль обратно на... На хороший пароль, да. Все, пароль стоит, и мы вас ждем. Мы переменяемся. Вот это вот. Что-то пока Джаггер Джека нет. Странно. Джаггер Джек-то, кстати, он точно так же, как и ты, проходит игру, вообще, типа, не прокачиваясь. И поэтому он может прийти к тебе в игру, только он, типа, так далеко зашел, мне написали, что, типа, на первом уровне до Норлон даже доперся. В смысле? По-моему, это не так. Не, мне сказали, что... О, Герочка! И оружие у него прокачано плюс 2. Не знаю, чат, что вы по поводу этого думаете? Напишите мне. Блин, я Геральта хотел позвать, а он в итоге не позвался. Он в Риви. Ага. Ну, реально похожего перса сделал. Ну, прикольно. А я похож на мышелова. Ты похож на прекрасного мужчину, ты посмотри. Гам! Гем! Смотрите, смотрите, у него есть Это рыцарь! Пусть он идет дерется со своими братьями рыцарь. Рыцарь! Иди убей всех! Сейчас его уломим, смотри. Угу. Это рыцарь. На Ронду, да? Да. Рыцарь, погнали. Герочка так и не пришел. Церера, прости. Серега, Церера, я тебя постоянно, но Церера. Тебе светло, все хорошо, тепло. Мне вот теперь получше стало получше, да. Хорошо, хорошо. Но я же не просто пришел. Хорошо, хорошо. Джаггер Джек — это темная версия Артура из параллельной вселенной. Ну да, учитывая, что его зовут Джаггер Джек. Да, и он дерется как буквально. Открой мне этот сундук. Хорошо, а это не мимик? Нет. Спасибо. Не трогай их, они мне нравятся. Не трогай. Пойдем. Пойдем к Олдрику. С Олдриком надо... Ого, микрофризы. Реально бесят. Да, у меня ничего такого нет. Может, тебе компьютер надо новый купить? Может быть. Ну что, господа, вы готовы идти к боссу? Нет. Да. Сейчас нет, подожди, да. У нас гем не готов. Ох, мы долго будем таким составом проходить эту игру. О чем все делать? Я вообще такой, короче, я практически уверен, что это непроходимо таким составом. Да подумаешь, всего лишь час потупим, да и все. А потом придут МЛГ игроки и все, и пройдете. Не стреляй! Братва! Не стреляйте друг друга! О, топовый фантом, да? Серьезно! Джек, иди убей его, просто! Возьми, убей! Просто убей! Беги, Джек! Куда? Отстрел, Джек! Артур в игре женщина? Нет, это просто у меня этот... Походка конечно. Женская. По приколу, да? Вали его, Джек! Вали его на бок! Её! Ты, кстати, заметил, что у него низ от Я думал, что это вообще как бы это типа женщина и... А потом оказалось, что это Олдрик. Ага. Низ от Нита, вверх от Гвиневеры. Я видел такой эротический арт. Эти пластические операции в Dark Souls. Типа Олдрик такой под юбку Гвиневерки залез, она такая: «О, сугой, не туда!» Ой, мама! Я не смог. Тихо! Тихо! Косточка должна уже быть работать! Ты успел? Я все сделаю сейчас. Я мог бы его убить, но... Легко! Пиу! Это Гвиндолин, а не Гвиневер. О, какие же вы задроты. Ужас, ужас. На самом деле, извините, я не хотел никого обидеть. Просто, ну я уже говорил, учитывая, сколько мы игр нам приходится играть, то, что мы там некоторые имена путаем, это ничего страшного нет. Ничего страшного, вы одну игру затротите полтора месяца, а нас этих игр зависит пару миллионов. Вот именно. Вот действительно, именно так. Я вообще не могу запоминать ни имена, ничего. Вот в Uncharted какой-то парень бегает, я играю 4 игры, я вообще Джеки, не знаю, как его зовут. У меня на кресле только что отвалился правый подлокотник, что мне делать? Вот прямо сейчас вот. У меня отвалился в прошлом году, я изолентой его заклеил и все, нормально. Так, хорошо, короче, сейчас вы пока что посмотрите на меня, я ставлю все тот же прекрасный пароль. Дико сложный. Слушай, мы это очень часто будем делать, реально. Если ты сейчас не затащишь, Джек. Вот. Я после нашего стрима пошел еще к Даше в прошлый раз.
И... Я посмотрел там на Дашу, у меня, знаешь, мнение поменялось. Мне было страшно, короче. В смысле поменялось мнение? Ну вот, абсолютно полностью поменялось. Полностью? А какой ты ее считал? Абсолютно. Я считал ее... Да нет, мне на самом деле ничего не поменялось, знаешь. Я ее уже видел такой, так что... Просто многие люди такие, типа, Даша, как ты можешь? Покажи подлог... Как я тебе покажу? Он тут внизу. Внизу. Послушай просто. К тому же он отпал. Как можно показать то, что он отпал? Там он снизу на двух болтах держится, один болт сломался. Вот. Да, да, был такой, был такой. Да, вот. Я пришел и готов осветить вашу. Так, ставлю пароль, ребятушки, ждем еще одного человека. Как думаете, кого взять, мага, тяджа или ловкача? Тут по внешнему виду, конечно, особо не определишь, но... Ну, это я, вот как бы люди говорят. После Олдрика охеренная локация будет. Вот эта вот тюрьма, я просто обожаю вообще. Вот там будет круто, поэтому Олдрика надо победить быстро. Ну и что? Так, все, ты готов к бою, да? Я готов к бою. Просто убивать всегда? Я готов. А, подожди. Надо же игру показывать, а не меня. Тяжа, 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 мага, мага, тяжа, мага, тяжа. Джеки, что ты скажешь? Я... Я не могу облокачиваться уже. Что? Я за мага. Ты за мага? Я за мага. Хорошо. А как я определю, где маг? Там рыцари идут, давай скорей. В смысле, ты боишься рыцарей? Нет. Вот это вот похоже на... Ты должны бояться, тебя никто не защитит. В смысле не защитит? Никто. Наруби, это же маг! Рыцарь идет. Нет, он, видишь, он меня увидел и обернулся. А, точно. Иди отсюда, то я бы тебя сейчас прихлопнул, я бы тебе вот показал, вот вот тут вот твой. Ой, не-не. Джеки Кун. Я бы вам показал, вот что вот здесь его место, в земле в этой. Идите убейте. Попробуйте его с двумя магами. То есть вот ничего вообще не смущает вас, да? Я могу призвать только двух людей. Один из них Джек. Привет. Наруми! Скотч есть, держи скотч. На тебе изолент. Идите вверх по лестнице, вон туда убить всех! Всех убить! Китара, чудо-сан. Джеки, темно! Нет, ладно, ты тоже драться. Я готов. Да, все. Все одевайтесь магами, а потом переодевайтесь. А чем он стоит? Да, а чем он стоит? Ну ладно, ну как бог. На! Ну такой ногой убежал. Это стандартная крысячая тактика. Сейчас вот это вот, короче, я жду опять людей, которые вот левые на стрим придут такие. Mm-hmm. А чё вы вот это так что тупо играете? Что ты фантом двух позвал, что сам не можешь пройти? Да, никак. Дрон 191988 писал. Слава, Джек, указательный палец впереди. Что? Хорошо. Я даже не видел, а это было уже 4 минуты назад. Представляешь, Джек? Ужас какой вообще. А, помимо этого у меня куча народа подписалась. Подожди. Помимо Дима... подожди, господи, простите меня, ребята. Севенджер, спасибо за ресап 6 месяцев. Мистер Севен, спасибо за ресап 4 месяца. Диманиш, спасибо, ресап 4 месяца. Скерри, ресап 4 месяца. Энокси 4991. Спасибо вам огромное. Я вас всех расцеловал, но, как видите, я подглуховат. Я подглуховат. Короче, просто бежим к боссу и валим его. Чек перекачан, да, да. Просто бежим, короче. Бежим. Просят музыку на боссе, но я не знаю, там как. Уже поздно, у меня сейчас полетит дерьмо всякое, а там как заходим, сразу надо мне уворачиваться. Потому что если в меня попадает эта херь, то это ваншот сразу. И а он два выстрела подрезал. О, только что был фриз, кстати, да, да. Да, вот у меня не было, я не знаю, о чем ты вообще. Так, From все. From software. Мы вас не поняли. Сугой! Вы опять будете 150 раз убиваться на боссе, так может этих рыцарей стоит мимо пробегать? Или да, по триде. Ого, вот это фриз был. Сейчас вообще отстойный. Не было фризов никаких, сам же. Было вообще, короче. О, а маг-то неплохо. Маг-то да. Сейчас убьют его. Как алуки убить. Беги, Джек! На рубине! Ваншот! Вот почему мне кажется, что люди просто, ну, типа, купили Dark Souls 3, первый раз вообще ее запустили, и тут же поставили знак призыва, и ты их призвал. Вот почему мне так кажется? Вот не надо, на Руби очень неплохо тащила. Прощай, Джек. На Руби тащила вообще-то. На Понтифике тащила. Если это не он. Это нас на Понтифике Орион какой-то вытащил. Пиштамак неплох, да-да. Сколько секунд? 10 он жил. Убей его, Джек! Ты должен убить его! На смерть, чтобы он умер! А, вот что я должен убить. Ты справишься! Он несложный! Особенно если бить его по хвосту.
А если поверху бить, то тоже можно. Джеки, дерись! Мне не нравится только его ваншетчая атака, вот эта вот, с кучей миллиардов стрел. Какая из... А, это? Вот классная атака. Меня возмущает. Ты живой? Да. Айлайт. Но я не вижу смысла убить, я по 71 ему сношу, по-моему. Ты его хорошо бьешь так-то. Ну, долго. Долго. Надо ну, долго, но ты сможешь. Ты же скилловый парень. Понтифика с первого удара убил. Угу. Ой, с первого удара. Ну ты понял, чудовище, подставишь ко мне. Бей по браслетам, Джек, быстрей. Да, браслет, быстрей давай! И бей! Ой, не туда. Не туда! Ты где-то? Жив? Я живой, да. Со мной все нормально. Я здесь кривляюсь, я единственный, кто ничего не делает. О, обманул тебя, он тебя обманул, короче, спрятался, а я уже думал, убежал, а он... Да-да-да. Мерзко, чудовище. О! Да, это я поставил музыку на вторая фаза крутая. Вторая фаза крутая. На, на, получи! Бей его, бей! А на. Ты тоже бьешь? Я его ударил, я тебе помогаю. Ты что думал? Как иначе-то? Я не могу не помогать. Вот бы у меня было 4 астуса, и я бы, наверное, даже выиграл этот бой. Ты его и так выиграешь, Джек? Ну нет, мне все-таки... Джеки, живи! ХП моего. Так, где моё он? Хп... Напивай. Моё ХП, моё ой, богатство. Ой, спасибо, очень вовремя. Стрелы, ваншотишь. Стрелы, беги, стрелы. Ой, по-моему, все не очень хорошо пошло. Артур стимулирует Джека на подвиг. Тот не попадает по мне. Нет. Нет. Я не согласен с тобой. Я постоянно хочу облокотиться на эту херь. И в результате... Я могу сейчас взять, короче, и помогать. Я буду примерно как вы сносить. Но, блин, я же говорил, что я не должен этим заниматься. Ну, если первый фантом умирает через 10 секунд, типа, блин. И что мне делать-то тогда? А, пароль, подожди, вы пока что на меня посмотрите. Привет, как дела? Что делаете? Так, сейчас. Парирую его. Ага, знаете, 26 тысяч стрел, которые летят в меня с воздуха, и как тяжело представлять себе, что это можно парировать. Джек, я тебя жду, короче. Ты я понял. Поставил, да? Хорошо. А, надо уголь же применить, точно. А, уголь уже применен. Ну что ты делаешь, Джеки? Джек, ну почему ты опять ничего не делаешь? Ну извините, я старался, как могу. Я даже светил. А Джеки, потом... ты только не на стыке делай, ладно? Не на стыке только, Джеки. Я рядом со стыком. Я, короче, беру меч. Я должен взять меч, иначе будет ничего. Угу. Я, по-моему, тебя слышу. По-моему, я тебя слышу. Джек, я призываю тебя. Меняю пароль на... Чё так долго призываете? Пусть кто-то с заклинанием на молчание придет, босс ни одного заклинания не сможет скастовать. По-моему, на боссах это не будет работать. Типа, ну так. По-моему, на этом боссе может быть и будет. Ну, я как такое предположил, знает? Чтобы поспорить просто. Ну, выглядит противно, но... Джек, ты просто сбил по просвету. Чего вы Джека обижаете? Кто Джека обижает, тот умирает. Так, все, вы можете уже этот... Пойдем. Умирает в муках? В муках умирает, ну вы поняли? Так, нам нужен кусок овчарки. Хороший ник. Кусок овчарки, я жду тебя. Только давай не умирай на рыцарях, пожалуйста, кусок овчарки. Как да, наушники. Работает. Ну, да. Я сейчас буду его убить. Ну, видимо, придется. Ну, да. Если, конечно, фантом умирает сейчас. Ты у нас, как обычно, до конца тащишь. Так. Yeah. Я сейчас, пока никто ничего не слышит, я сейчас включу музыку, короче, какую-нибудь... Я не знаю, я просто какую-то боевую музыку поставил с Бэтмена. Mm-hmm. Кусок овчарки, привет. Вам нужно тащить. Вам нужно идти вперед и тащить. Ой, уже. Че, правда, да? Ты видел? Нет, я отвлекся на секунду. Ну вот Дим, короче, рыцарь вынес 80% хп, и тот чуть не умер, если бы я не забэкстебил рыцаря. Хорошо. Все новости на этом. Хорошо. That's all, folks. Медведман, копеечка на новое кресло.
Я уже давно хочу новое кресло купить. Теперь у меня есть прекрасный повод это сделать. А это кресло на Авито продал. Спасибо, Медведон. То есть ты сделал вид, как будто бы сломал кресло, чтобы получить новое кресло. Слушай, так можно каждый стрим что-нибудь ломать. Хитро. Сугой! Никто же даже ничего не расскажет про то, что кресло типа специально. Сейчас там пойдут такие: а, Артур, там с Зеком они придумали, чтобы, короче, новое кресло постоянно покупать. Вот. И, Это ж киберспортсмен, а не кусок овчарки. Я в курсе, он по World of Tanks играет. Я не уверен, что это он, вот честно. То есть я таких ников, честно, вот когда вот PvP-шился, я честно вот видел, наверное, пару раз. Но это было в Dark Souls 2 скаляре. Сугой. Заходи, заходи, заходи. Давайте, пишите свои варианты, сколько секунд проживет фантом наш. Микрофризы. Уй, не то. В тебя летит. Не в меня. И Кали, фу. Амиу. Музыка из Бэтмена. Стрелы! Кусок овчарки делай. Кусок овчарки стреляет стрелами. Это отнимает не так много на самом деле, кусок овчарки. Это не World of Tanks. А что он там делает, а? Джеки нет! В итоге 5 секунд прожил я. Ну потому что меня стрелами заовнили, а потом в спину, пока я пил эстус, прилетела огромная стрела. Я даже готов посмотреть, как будет кусок овчарки драться. Вообще-то надо бежать. Уи! Все со стрелами, я как дурак. Опять реально что-то делает. Хорошо, ищем, короче, его и кутачим. Все. Раз Джека нет, без Джека жизнь нам на самом деле не нужна. Но мы будем за ней держаться. Да. Сугой! Ну я же пацифист, я не должен это делать. Вообще показалось. Чем кусок-то дерется в итоге? Не вижу, я не знаю, он не так много наносит на самом деле. Ну. Кусок овчарки не! И что-то вдруг кусок овчарки достигнет Джек. Ну возможно там одна из стрел и была шальная. С тех, которые в меня летели. Вот не надо вообще ругать куска овчарки, он до сих пор жив, он хорош. Ты, кстати, тоже до сих пор жив. Я всегда жив, потому что я не дерусь особо. Вот именно. Вот именно, обидно было. Давай, дерись! Ясно, простите. Кусок овчарки, я подвел тебя. А все потому, что я чуть не чуть не упал. Простите, я все-таки сматерился. Я чуть не упал с кресла, реально, я сейчас обокатился. Артур матерится? Так, да он не умеет, на самом деле. Покупай себе DX Seed, а не лучше, чем распиаренный DX Racer. На самом деле, надо покупать ортопедические стулья, остальное все распиаренное так себешка. Вот, честно. Правда, ортопедические кресла, они стоят 100-150 тысяч рублей, поэтому купим DX Seed, хорошо. Так, подожди, да, меня же надо видеть. Сейчас все будут меня видеть. Джеки, ты не забыл наш пароль? Наш с тобой. Все стоит, все готово. Шел дождь, в парке никого не было. Мы сидели на скамейке, и ты придумал этот пароль. Ты сказал, когда-нибудь он тебе понадобится. И я сказал, хорошо, я запишу его в блокнотик, который ношу под сердцем. На котором единорог нарисовал. Да поставь ты уже, господи. Где твой знак-то? А, я же уголь не съел. Все как всегда. Артур даже сказал, что не купит тебе кресло, сиди дальше на полу. Хорошо, ой, так вот финансами, пошли, вот финансами дома заведую я. Поэтому, конечно, не купит. Так и передайте. Конечно, так. Слушай, тут очень много людей. И они все и что-то они подозревают. Я вижу как минимум, короче, человек 10. О, ты меня призываешь? Да, я тебя призываю. Да. Я думал, может, другой уже меня призывает. На самом деле на табуретке реально здоровее всего сидеть, но это тупо. Угу. Так, хорошо. А часто вы дальше вместе гуляете? Мы вот вам все вот еще расскажи, пойди. С кем? Ну, мы с тобой часто ли гуляем под дождем. Да у меня так туго доходит. Ридик, короче, затащит просто, смотри. Кстати, Dark Souls 3 на Ридика похож. Dark Souls 3 на Ридика похож?
Чем? Ну, всем. Чем, например? Ну, абсолютно всем. Некромонгерами. Кругом бегают виндизели, короче, и херачат всех. Вин Дизель. У меня второй персонаж был похож на Вина Дизеля, только с бакенбардами, прикинь. Ну, это было круто. Блин, я бы хотел Вин Дизеля с бакенбардами Форсажа 8 увидеть. Риддик, иди убей, как настоящий фурианец. Go! Давай, парень, ты смотри. Это сразу видно серьезный настрой. Серьезный парень, только зря ты вот это сделал, ты бы лучше там где-нибудь применил бы свое вот это вот... Покушение! Я забыл про рыцарей. Музыку из Дума врубить. Слушай, хорошая идея. Вы там пока разбирайтесь, а я врублю музыку из... Угу. Ну-ка. Хорошо, сэр. Ты играл в Дум? Может быть, вы сегодня нас будете кормить? Нет, не играл. Хорошая игра, мне очень понравилась. Не знаю, что-то мне вообще не тянет не играть. Не знаю, а мне понравилось. Не знаю, может быть, мне хочется что-то больше, чем просто ходить по коридорам и убивать монстров однотипных. Обидно, обидно, Шерри. Обидно. То есть, ну, типа, 20 лет назад это и весело было, наверное, когда... Слушай, тут нет нормального саундтрека? Оно сейчас весело, я не знаю, меня прям дико прет. Я когда запускаю, у меня просто мозг отключается. Ну, ты, типа, уже 20 лет назад последний раз в нее играл, и такой, типа, о, что-то клевое, типа, знаешь, такое с детства. Нет. А так нет. Я постоянно во все шутаны играю. Сейчас мы с тобой подеремся, Джек, подеремся. Не. Слушай, тут нет нормального саундтрека, что мне делать? Где нормальный саундтрек меня? ВКонтакте. Ну, блин, напишу Doom 4. Песня, не, напиши песню «Властелин колец» и группа «Жуки». И все, и включай. Я тебе серьезно говорю, вообще идеально будет. Какая-то херь пошла сейчас вот. Чё? Чё? Всё, вы готовы? Вы готовы идти? Вы убили всех? О, микрофриз был. Круто. Не было никакого микрофриза, ты чё? Был. Да не было же. Я тебе говорю, был. Так, вы должны идти сейчас. Идите. Идите вперед, убивайте врагов. Враги не должны сами умирать. Они должны быть убиты вами. Кувалда, бетономешалка. Под такое мы точно выиграем, это нам не надо. Еще слишком рано выигрывать. Вот когда уже будет вообще никаких сил, никаких... Просто никаких сил не останется. Да, ничего не будет получаться, мы такие бац. Придется заниматься этим делом. Музыку не слышно, Артур. Что я могу сказать? Я плохой человек. Вы не слышите музыку. Это не моя проблема. Она отвлекается на меня, бейте ее пока, короче. Она запарила меня расстреливать. По-моему, сейчас Риддик умрет. А он уже? Нет, он еще живой. Ну, то есть он, по сути, уже как бы мертв. Нет. Но это уже конец для него, я тебе серьезно. Не надо, вот на Риддика не наговаривай. Риддик затащит. Стрелы! Ненавижу их! Не наговаривай на Риддика. Риддик Вин Дизель. Вин Дизель это... Ну, вот не наговаривай на кого? Чё ты говорил? На кого не наговаривать? Кто там шикарен? А? Я не говорю, что он шикарен. Ага. Такой же крутой, как Doom. В смысле, как? Чё? Вот ты говорил только что. Какой Doom? Только что говорил. Такой же шикарный Риддик, как Doom прям. Чё? Нет. Ты так сказал только что. Ты наркоман. У тебя жизни мало. Давай уже, стреляй тряпкой, стреляй, не попал. Ну-ка, стреляй. Меня зато попал. Два раза? Он на меня отвлечен. Бей его пока. Ты быдло! Иди сюда! Стреляй по мне больно! Стреляй! Уработай там меня полностью! Он все время стреляет! Ты на него... Джеки, живи! Ты, короче, гонишь на него, ругаешься с ним, а он меня бьет в итоге. Я так не играю. Музыка вообще сюда из дуба не попадет. Ты не попал! Ты слишком плох для меня! Ты мог помочь всем. Я не могу помогать. Я слишком важен. Я для себя очень важен. Ладно, все, я сдаюсь. Музыки нет. Забери меня, Олдрик. Вот это вот начинается. Ясно, понятно.
Почему тебе Фантом, а не 4? Потому что Гладиолус. Чё? Ну тут так, тут так. Артур, поздравь мою любимую девушку Настю с днем рождения. Настя, с днем рождения. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Настя. Happy birthday to you. Потом вырежут, поставят, короче, на этот на рингтон и будут продавать МТС. Так, слушай, нам нужен пароль. Нам я нужно с тобой. Я поставил знак. Вот это вот на меня смотреть. Надо, не на пароль, короче. Пароль даже можно было услышать сейчас. Слушай, музыку надо включить, пока, короче, я тебя слушаю. Музыка, ты что такая тихая? Вот так вот, давай. Давай. Кажется, пароль 9836. Вот сейчас музыка вообще не в тему играет. Джек, давай. Честно, три очень мало рили. Нет, нет, нет. Я, короче, призываю с этим, с мечом в руках. Поэтому все получится. MLG Hype, давайте, ребята, давайте. Сейчас будет. Сейчас все дотащат. Я буду драться на равных. Включай куда? Нет. Целый час смотрим на Артура. А, да, подожди, пароль. Я думал, вы уже не меня видите. Музыка не слишком орёт? Потому что у меня орёт слишком. Все, короче, давайте теперь мы этот, все, сидим, ждем. Когда периф? Никогда. Судя по времени, это моя последняя попытка. Смысле, Джек? Овощи с боссом. В смысле? Вон там, вон твоя готика, понял? Иди туда. Да, она выше, чем Dark Souls, да-да-да. Я вообще не согласен. Анри Засторы. Женщина. Женщина не умеет драться. Нет, нет, не нужны нам. Женщины созданы для любви. Годрик. Годрика я уже вызывал. Надо кого-нибудь нового, потому что меня ругают. Ската Русь. Давай кого-нибудь танка там. Женщина. Чтоб жил хотя бы. Музыка вообще норм. Хорошо. А что ты меня-то бьешь? Я не понял. Я не тебя бью, я просто хруст разминаю. Как просто смеешь? Просто попытаешься под него. Сядь, убийца! Дичка такая, как обычно. О, Катурус, привет, сугой. Опять женщину призвал. Ну, блин, смотри, какой у нее меч. И что? Пойдем бить. Вам туда наверх по лестнице. Стримеры не слышны из-за музыки, но кого это волнует? Стримеры не слышны из-за музыки, но кого это волнует? Никого. Конечно. Идите убейте его, я пока музыку убавлю. Так мы же бежим к боссу сразу. Нам сказали, зачем убейте рыцаря, это тупо. В смысле? Идите убейте рыцаря. А потом босса. Я ХП потратил. Он бежит на меня. Он бежит на меня, он хочет убить тебя. Нет, меня точно не. Мне уже снесли пол хп. Хорошо, я буду сам. Какой пол хп? Живи давай. Пол хп. Кто-то испугался. Не каждый день тебя царь бьет. У меня рыцарь, я, короче, подпрыгнул на 1.2 метра и в воздухе висел. Это адекватно? Так и должно быть? Я не знаю, но меня сейчас, по-моему, ломят. Пока. Меня, кажется, на кебаб насадили. На кебаб? Да. Джеки, ты умер? Да. Вот. Ну, у этого же с копьем атака такая есть мощная. Он заряжает копье и на кебаб. Эндри, я зову тебя. Какой Эндри, а я? Ты... О, бляха, ну... О. Я сейчас поставлю знак, и ты меня призовешь, у меня будет полный хп, мы убьем босса, давай. Ты же сказал, что ты уходишь. Я уже думаю... Все, да. сейчас, у короче. У меня 7 минут есть. Хорошо, хорошо. По-моему, эти рыцари только что настучали даме. Какие быдлоты. Эндри, давай. Сейчас все будет. Опять почему-то два фантома пишут. Прост. Потому что такие правила этого места. Да. Да, это место ставит нам правила. Да. Да, мы не согласны с ним, но нам приходится их выполнять. Так, смотрите пока на меня, я поменяю пароль. Музыка вообще не в тему. Не надо брать.
Нам тут вламывают пока. Так, все, Джеки, я готов тебя призывать. Я вижу твой знак призыва даже. Что же делать, Джеки? Вот ты призываешь меня. Вот вы лалки, я же говорил, рашьте рыцарей, эх. Спасибо, спасибо, мы лалки, да. Зачем ты читаешь дурачков? Братски, зачем вы пишете? Зачем вы взаимодействуете друг с другом, Джек? Чё, Артур, а Даша не хочет, чтобы звали Dark Souls, и вот чё? Я думал, наоборот, Даша там что-то передала. Ну, типа, чай принесите. Кирилл Редин, ты в чате, дай нам сил. Кирилл, давай. Все модераторы в чате, дайте нам сил, котиков засылайте. О, нифига себе, парня, ищите меч какой-то. Все зрители помогут. Скорее, тем более, такая еще и по ушам бьет. Ну, там, конечно, машина на музыку идет. В смысле? Мне нравится музыка. Не слушайте музыку. Выключите звук просто. Выключите просто. А, сугой. Ты жив? Да. Я просто обжегся. Жжется. Жжется. Идем и бьем боссов. Ты заходишь? Ты зашел? Нет. Я еще сзади. Он на собой летит. Так вы как бы этот, меня прикрывать вообще-то должны были, нет? Кто вообще-то ты? Так, рассредоточились все. Командовать парадом буду я. Давай, командуй. Короче, паникуем. Это вообще музыка не из Дума так-то. Паникуем еще немножко. Не надо паниковать, надо сейчас побеждать. Сейчас снова боец, сейчас паникуем. Что с разрешением, а что с ним? Он тут не появился. Давай, Джек. Эндри, нет! Ясно, короче. Как вы это делаете? Мы босса не пройдем, я не понимаю, как они умирают. Как вы это делаете? Сейчас он шарахнет, Джек. Это очень опасно. С ума сошел, товарищи гибнут. У меня игра упала. Игра упала, Джек. Я не уверен, упала она или нет. У меня персонаж бежит куда-то. Чего ты творишь? Все, геймплей, гейминг. Ты живой? Да. Это что было? Игра свернулась, короче. Я живу. Это ноу патч. Джеки, беги! Тебе! Я не знаю реально, где я беру этих фантомов, что они просто появляются. Джеки, ты живой? Не наговаривай на фантомов, они стараются. Джеки пошел тоже. Флотро, спасибо за ресап! Ну конечно я пошел, а кто еще есть? Нет. Все, у меня больше нет. Как это нету? Все-таки вы сделаете это без меня, походу. Призы! Прихожу через 2 часа такие, я ненавижу Олдрика, я ненавижу фантомов. Аккуратно. Я вообще не хочу это проходить больше. Новый патч фрезы подарил, да. Новый патч подарил фрезу, у кого-то вообще зависает. Ну, я же увернулся прямо перед... Хорошо. О, ясно. Беги, Джек. Ран, Джек, ран. Те-те-ре-те-те-ре-те. Ран, Джек, ран. Тук-тук-тук-тук. На меня смотри, быдло! Смотри. Да, на тебя смотрит, тебя бьет. Почему не попадаю ей по? Какая-то странная музыка играет, Джек. У меня начинает просто рвать крышу. Все. Джек, без тебя не справимся. Я в вас верю. Я думаю, что два нормальных фантома смогут что-нибудь сделать. Один почему-то постоянно погибает. И я не могу найти ответ. Обрубка меча ломать на самом деле довольно просто. Шотган бери, шотганом я бы здесь на самом деле сделал бы дело. Вот поверьте мне. Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Если что. Спасибо, Джек, за компанию. Пожалуйста, пожалуйста. Я, наверное, тебе в этом в скайпе напишу, если освобожусь. Хорошо. Вот на еще, наверное, немножко не видишь. Давайте, какая-то тату игра. Так, во-первых, музыка, стоп. Ладно. Ты в чатике напиши, если что. Я тебе прям в скайпе напишу, ты его не выключай тогда. А, ну хорошо, да, он будет так вот, короче, висеть. И ты там чпок. Чтоб он булькнул, ты такой, ого-ого. Вот так вот. Хорошо. Мало тебе сегодня. Ребятки, вы чё, хрум-хрум. Может, ещё увидимся. Ага, ладно, давай, пока. У нас просто... Сейчас, подождите секунду. Вы, может быть, видите сейчас какую-то дичь.
Короче, смотрите, пароль какой был. На самом деле это было очень сложно. Так, учить Аллу Пугачеву. Под Аллу Пугачеву мы не можем побеждать. А, пароль стоит уже. Так, все, я вас жду. Хорошо, сейчас, короче, мы должны подать Джеку пример. Мы просто заломаем эту вот, короче, дуру, чтобы Джек нами гордился. Я буду призывать, кого попало. То есть я буду призывать, кого первого увижу, потому что призывать кого-то конкретного под бой — это неуважительно. У нас с вами сейчас будет просто тема. Ты чё, волчара, ты чё? Где взять такие сексуальные трусы? Я могу тебе продать. Напиши мне в личку потом. Только это очень дорого стоит. Дрон пишет: Артур, по секрету, где ты приобрел такого секси-слугу Джека, выполняющего функции торшера? What? Что ты несешь? Гвиндолин, привет! Так, сейчас погодь. И второй у нас это Степан. Хорошо, хорошо. Призови меня, только у меня игры нет. Прости, Кирилл. Я бы смог, но я не буду. Гвиндолин. Смотри. У вас что-то в зубах застряло, по-моему. Пальцы Розарии. Какие пальцы Розарии? Зачем тебе они? Гоу-панк-рок какой-нибудь. Да подожди, сейчас мы, короче, вот так взломаем. Вот смотри. Будешь проходить новый Battlefield. Играть будем на стриме. И проходить зачем? Что там интересного может быть? Что колда, что батла в сингле, они скучные. Сейчас, погоди, сейчас придем. Гвиндолин пока не надо. Прощай, Гвиндолин. Сейчас все взломают. Степан Килтер? Так его и зови. Хорошо, Джек Шепард Твич. Что-то он не приходит. Гвиндолин просто не понимает, что враги у них в три раза больше жизни, они в три раза сильнее бьют. Вот и пошел, короче, нагибать там. Слушай, где еще один фантом? Вот Джеки ушел, короче, и все сломалось. Поставь тишину. Хорошо. Окей. Что за роба у Гвиндолина? Сексуальная. Я не знаю, это какая-то сборка какая-то. Солянка. Рыцари, вы должны меня спасти. Кейрен Лайнс, давай. Килтер что-то не приходит. Степа. Степа, приди. Это чтобы вы понимали, какая сложность. То есть народ не просто так сливает. Народ сливает, потому что враги реально ваншотают практически. Ну то есть, чтобы вы понимали. Когда столько фантомов, игра серьезно усложняется. Поэтому не выдумывайте там. Типа хуже играют, лучше. Они просто... Они реалии наших не знают, а мы с Джеком уже привыкли. Спасибо, Кейрен Лайнс. Подожди, нам нужно второго призвать. Пока они вот это вот не делай. Привет. Включи куда вперед. Да подожди, еще рано, мы еще не одичали. Так, подожди, а почему? Почему я не могу? What the fuck, motherfucker? Почему я одного только могу призвать? Кто-нибудь мне объяснит? Слушай, а где такую... Напишите мне в чате, где такую стойку взять? Я, короче, я просто не... Какие такие? Человек 5 сесть? Вот это будет круто. Это рыцари, фейс, контроль. Ох. Почему-то у меня сломан призыв, походу. Кейрен Лайнс, ты, может, знаешь, почему? Я просто сейчас проверю, никто у меня там не висит. Да вроде нет, не должен. Я реально говорю, Dark Souls, ты паришь. Включай его, Зиосберг, подожди. Степа заглючил. Да, игра считает, что мы его призвали. А после этого считает, что не призвали, короче. У вас кутика дается в храме огня. У вас кутика? Слушай, это надо будет к Ласкутику сходить тогда. Я понял. Сейчас все будет. Во! Степан Килтер пришел! Клитер! Так, сейчас, погоди. Раз уж ты пришел, мы тебя очень долго ждали. Мы сейчас включим музыку какую-нибудь. Так, сейчас. Как она называется? Подожди. Во. Все, погнали. Вот теперь мы взломаем абсолютно всех. Давайте, ребята, погнали. Го, вперед, парни. Сейчас смотри, как это будет сделано профессионально. Один хорош. Кейрен точно. Про Степу еще не понял пока. Покушение!
Степан, живи! Он был лучшим, лучшим из нас. Даже до босса не дойдет. Ну, может быть. Красавчики, погнали! Я позвал вас с собой. Вы отправились за мной. Вы пришли туда, где я. Нарисовал знак призыва. Разбитые жопы. Давайте затащим парня. Этот трай будет лучшим, я его уже вижу. Дерьма летит слишком много. Давайте, парни, вы должны затащить. Я уходил на минуту, какого хрена. Ну как тебе объяснить? Все хорошо. Степан, живи! Степан, воюй! А это что он сейчас делает? Слушай, они неплохо живут, кстати говоря. Кейрен, живи! Я бы пошел драться сам, но зачем? Зачем? Что с ним? Что с тобой, мать твою? Степа, давай! Ого, ты что-то промазал слегка, по-моему. Слушай, они ломают эту подлоту. О, пошла вторая фаза. Ребята, лук, бегите! Бежим! Степа, нет! Только не Степка! Степа водит хороводы. Прощай, Степа! Степа! Степа, ты был хорош! Кейрон, ты должен затащить за двоих! Ну или... или нет. Вот это конченая атака. От нее очень трудно увернуться. Кейрон, живи! Микрофрезы не надо! Кейрон! Ау, 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 обжегся. Никто ничего не видел. Уи! Огнем кидать в него это очень умно, я думаю. Керик пишет, но я пытался. Ты хорошо справлялся. Ты красавчик! Кейрон, живи! На меня не беги! Ты ж убьешь меня! Дерись! Не убегай, дерись! Кого полетят? Меня? Да вроде не должны. Негодяи тащат. Они, кстати, пока что лучше всего справляются. Кто бы там что ни говорил. Так, дерьмо летит, по-моему... за мной. Самый упоротый стрим, да? Тоже доставляет. Ты не попал. Ты слишком уворотлив. Так, тут я не могу, я обожгусь. Я вообще без брони. Кейрон, бей по браслетам! Атмосфера как в кафешке на берегу Сочи. Кейрон, ты справляешься лучше всех, просто. Ты самый лучший, Кейрон. Я подарю тебе свою ш... Понятно. Ау. Не та кнопка. Ну, включись, ты чё? Ясно. Алочка. Хорош. Хорош, Алочка. Только, короче, вот собрался. Гранатами. Да, блин, я сам не дерусь. Если бы я сам дрался, это бы уже
На первую-вторую попытку бы все. Хорошо, ребята, я жду вас. Мне нужно, чтобы вы пришли и убили. Когда будет ПП-7? Как тут можно посидеть? Почему бы и нет? Гефест, тебя будут ваншотить, как меня. А, это Dark Spirit. Не надо нам Dark. Помидоро. Помидоро. За решеткой? Пугачёв виноват, да? Душа Кошкина. Рустам, ты очень сурово выглядишь. Ты напоминаешь мне меня в молодости, когда я еще не работал на урановых рудниках. Ты как я, только не побитый жизнью, не поетый морью. Я жду тебя, Рустам. Помидорка. Помидора. Смотрите, какой он высокий. Давай киш или кипелку. Это скучно. Хорошая музыка, это скучно. Так, пусть пока призываются, а я сейчас буду этот... О, название песни «Нас бьют, мы летаем». Давай. Хорошо. Погнали, парни. Я вообще эту песню не слышал. Я не фанат Пугачева, честно говоря. Герочка пишет, мне тут сказали, что ты меня вспоминал. Я занят, пью вино, лью кровь, только кровь богованная, молясь. Спасибо, Герочка. Алло, Пугачева, музыку на фоне не слышно, дизлайк, отписка. А так, слышно? Алло, Пугачева, какая же ты... Я не могу просто уже. Я не буду читать больше чат. Хорошо, ну буду. Буду. Так, ну-ка. Вот так, наверное. Все, давай, короче. Вот теперь затащим. Вот теперь я чувствую. Дредмонд, я тебя уже призывал, прости. Рафивип, я тебя призывал. Нужно кого-то нового. Макро, давай. Наконец-то! Погнали, парни! Погнали, победим! Не обращайте внимания на этих... Вот этих вот! Бежим! Бежим драться! Бежим побеждать! Ясно? Я тут один. И тут падает дерьмо с потолка. Эта музыка здесь реально не подходит сейчас. Ух, твою мать, ты-то откуда? Мы же тебя убили. Да какого я... Макрон, нет. Паучелло, вали нахер куда-нибудь. Где второй? Я понял, это была ошибка. Уже не важно, Лоуризен, бежим обратно. Бежим. Ау, ау, покушение. Гарри Повар, я тебя уже призывал, ну ладно. Ты щитами дерешься? Очень вовремя, самое главное. Откуда там паук? Мы же паука убили. Ох, мать. Господи, у меня сейчас второй, по-моему, подлокотник сломается. Это тем людям, которые говорят, что типа там с Джеком, когда играли, медленно проходили. Ничего подобного. Гарри Повар, сейчас ты окажешься в невыгодном положении, по-моему. Гомогей. А ты знаешь, что это песня гимн гомогеев? Артурка, иди сюда. Серьезно?
Хорошо. Вообще-то я знаю. Так, вы там пока разбираетесь, я думаю, вы справитесь. Ну-ка, мне тут подкинули еще музыку. А, музыка? А, господи, Хром, почему ты такой? Стой! Я мембран устрою в ближайшее время, потом увидите, вам очень понравится. Of course! Все, погнали. Они паука бьют. Нахера он вам надо? Слушай, а вот эти парни реально, если бы они сейчас все не потратили, короче, на... Да убейте его уже! Все, ребята, не стоим, не стоим, бежим убивать всех! Надо прыгать, как они там в клипе. Все, идем, короче. Идем побеждать. Никого не трогаем. Да, детка. Ребята, нам нужна ваша помощь. Поддержите нас MLG-котиками в чате. В этот раз мы затащим. Слушай, они реально сейчас затащат? Пироман в команде, это горе в семье. Ясно. Понятно. Все, можете уже котиков своих. Не это самое. Да не то! Ау, 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 ау. Ну не надо, ну пожалуйста. Ты запарил. Ну пожалуйста. Все, можно идти домой. Музыка. Хорош. Что там еще просили-то? Ой, я не знаю. Давай. Димитрия, давай. Давай что-нибудь мужицкое теперь. Макрон, прости, что умер так рано, рыцарь за спиной был внезапен, стрим супер. Да все нормально, я-то сам 100 раз умирал. Это всякие эти, да датчики, короче, обзываются. Majestic! Welcome, Majestic! Come here, meine Kleine. I will kiss you in the lips. Yes? No? Димитрия, нам нужно туда наверх. Слушай, это кольцо надо снять, оно вызывает какие-то глупые ассоциации. Они реально зарашат. Кто они? На самом деле босс не сложный. Просто у него в 3 раза больше жизни теперь. И учитывая, что один из бойцов... Слушай, что ты делаешь? Зачем ты меня кусаешь? Majestic. Ты прекрасный мужчина. Давай, погнали.
Ребята, вы поняли, что мы сейчас просто бежим, уворачиваемся и делаем дело. Только вы бегите вперед. Потому что он меня ваншотает. Все. Блять, бей сильней. И где, мать его, джекет? Джеки ушел. У него сегодня мало времени. Никакой музыки, короче. Вот это вот. Я не знаю. Вот эту группу попробуй. Чуваки, простите меня. Да нет, не надо. Убери эту херь. Какова вообще вероятность? Сними это кольцо, будь мужиком, япономать. Вот смотри, сейчас, короче, все уже серьезно. Вот сейчас будет дело. Так, сначала мы призываем вот этого парня, Дредман, потому что он был хорош. После этого призываем кого-то новенького. Свежую кровь. Семикондуктор. Хорошо, полукондуктор. Ясно. Блейд пишет, бей сильнее, где же мать... А, ты уже... Аноним пишет, Пол Мориот Эль Бимбо в студио. Я такой не слышал. Слушай, ты меня заинтересовал. Что, я надеюсь, там этот... Не совсем дичь. Хорошо. Эта музыка, если она победит, то ты просто вот будешь молодец. Вот. А, я, по-моему, понял, что это. Да-да-да. Я ее поставил на луп. Все. Вот теперь все. Вот теперь реально все. Ребята, нам нужно убить этих рыцарей. Семикондуктор. Нам нужно это сделать. Ясно. Пока что не покушение еще ни разу. Мы должны убивать рыцарей. Мы не должны бегать мимо них. Этого уже хватит. Брэд, ну а что ты не лечишься? Я все понимаю, но... Подлючий удар! Семикондуктор, живи! Ты пипец, они сколько сносят! Дредмурди! Только не ты это! Хотя это было, в принципе, ожидаемо. Учитывая, как мы начали. Семикондуктор, мы ждем второго. Пока что можно добить. Геральт из Ривии, приди! Гейба... Да все, хватит гейской музыки, это уже не смешно. Это уже надоело. I want to break free. Ща, погодь, я не знаю, надо какой-нибудь саундтрек. И, ой, господи, плейлист создать. И этот... Герочка. О, смотри, реальный Геральт. С двумя мечами. Ты знаешь где-то? Ты вон там наверху где-то. Топчик. Герочка. Я понимаю, конечно, что ты постельных дел мастер в основном. Но мы должны. Мы победим под эту музыку. Иначе никак. Я не хочу серьезную музыку ставить, это тупо. Давайте, ребята, давайте. Погнали, погнали. Все, я не рискую собой, я слишком важен. Меня, если что, ваншотают, поэтому... Вы, ребята, сейчас должны затащить все вдвоем. Пользуйтесь щитами, пользуйтесь блоками. Все как обычно. Есть. Пугался. У нас здесь конвейер боли. Семикондуктор, какого хера? Прости меня. Я был плохим Энакином. Энакин. Я бы благодарен, если кто-нибудь смотрел мем-стримы и, в общем, скинул бы мне на почту плагин, который для этого нужен.
Суть в том, что люди за денежки могут поставить свою музыку. Если она не матерная, я ее одобряю, мы слушаем. И она играет там максимум 20 минут. Если там какой-нибудь трехчасовой ремикс. Ну, вы поняли, короче. У меня просто нет времени этим заняться. Но тогда, я думаю, все будут счастливы, потому что нам еще скаляры проходить. Как же он орет, господи. Геральт? Геральт, ты живой? Геральт, хватай серебряный меч, не тем мечом дерешься! О, это надолго, короче. Да уже видно, уже видно. Одному здесь нереально. Ну реально, конечно, но очень долго и сложно. А его, считай, ваншотит практически любая атака. Что за скаляра, то я не понимаю. Dark Souls 2 ремастер. Улучшенный, который. Гарочка, сделай что-нибудь. Что-нибудь, Гарочка, я тебя прошу. Гара, пожалуйста. Штат у меня видно даже знаков толком. Не знаю. О, что это? Гарочка, живи, пожалуйста. Я буду бить по хвосту, когда будет безопасно. На самом деле, если я подведу Гарочку, это будет плохо. О, Гара, только не умри, пожалуйста, я тебя прошу. Ясно. Минус 2. Сколько народу я уже похоронил? Кто-нибудь считал? Так, кнопка. Так, хорошо. Этот босс легко проходит с пиромантом. Ну, это не интересно только пиромантом. Музыка хватит, у меня уже голова болит. Всему свое время, короче. Сейчас мы будем посерьезу, посерьезу. Эликсиры забыл выпить. Да. Сколько народу умерло-то? О, господи, почему вы все умираете? Нет, я ничего не хочу сказать. Но вы все умираете. Иван. Иван окаянный. Так, выбери меня. Ну, сейчас увидим кого-нибудь, выберем. Пока что без музыки. Сейчас надо сконцентрироваться. Так, Мойра, ты выглядишь как маг. Нам нужен пиромант. Warrior of Sun, ты выглядишь как воин. Радор, ты выглядишь как что попало. Ты мне нравишься, я тебя просто выберу. Иван. Никто никогда не увидит знака призыва возле рычага лифта. Все будет, все будет. Почему только два фантома? Потому что здесь это максимальное количество на этой локации. Пароль в названии стрима написан. Иван, у тебя шикарный сет. У тебя тоже шикарный, поэтому вы должны выжить. Только сначала нужно убить рыцарей. Я бы, конечно, рашил мимо них, но... Ну, погнали, короче, погнали. Вы идете? Иван? Вы идете? Идите убейте его. Говорю, умри, и они выживут. Ребята, вы должны умереть вот прямо сейчас, короче. Радор, ты драться-то будешь, нет? Давай там, делай дела, но... Падла! Вот это неплохо на тукане, так оно и работает. Вон там второй. Валите его на бок, парни. Эй, покушение, покушение. Покушение, парни. Все, погнали, короче. Ликвиды ОГ. Че?
Вы не можете пройти, потому что Джек опять ничего не... В смысле? Ключи, чабарон, макарон. Погодь, сейчас у нас трай безо всякой музыки. На полном серьезе, короче. Просто мега проскилл и тому подобное. Давайте, ребята, давайте. Я надеюсь, они не побегут туда, куда я думаю, они побежали. Нет? Все нормально тогда. Давайте, ребята, пожелайте нам удачи. Вот сейчас, я чувствую, будет дело. Слушай, когда-нибудь я ведь увернусь. Ой, не увернусь от этого. Почему он все время меня атакует? Это опасно? Иван, почему у тебя половина жизни уже? Народ, напишите, а судья Гундир, там же секретная локация, туда можно будет попасть вообще, нет? А танцовщицу как бить, с народом можно или как? То есть мы как бы попадаем на уже пройденную локацию, а там можно призывать около танцовщицы? Мы сейчас пройдем по-любому, это как бы, ну, просто временная задержка. Мы еще так долго никогда не задерживаемся. Тодор, прощай. Пройдем! Конечно, пройдем! Обоих можно, все, ништяк, понял. Я просто как бы могу и сам, но... Паскаляру тоже будет стрима. Да, с некоторым перерывом, наверное. Посмотрим. Может, время для полета валькирий? Под него сокрушается все насквозь. Я тебя понял. Сейчас тут человек просил чакарон-макарон. Фрезы вы хорош там уже. Это просто вообще безумие какое-то. Я больше не читаю чат. Никогда просто. Никогда. Так, хорошо, давайте небольшой перерыв. Многие уже просят. Давайте небольшой перерыв, а после этого мы погоним. Погоним дальше. Ой, так. Бодрит. Сейчас, дайте я поставлю какую-нибудь музыку. Макарон твой потом. Вот сейчас я всех подвел. Да, конечно. А, ну давай, хер с ним, давай. Короче, перерыв 4 где-то минуты. Сбегайте там свое вот это вот все принесите, чего там приносите обычно. И вот. Че? Безымянного на изичах рассказать? Да вообще легко. Вот, кстати, безымянного, я думаю, реально будет легко. Ну, просто потому, что он под одного игрока настроен. Ну, я так думаю, посмотрим. Хотя, с другой стороны, хрен его знает. Упарись. Подожди, пока не даете. Армия раб... О, не надо думать. Поставь вот эту песню, наш король Гюнтер Диндонг Сонг. О, фанпэй. Фанпэй.ру, это фанпэй.ру, Блэк. Фанпэй.ру. Ребята, никогда не ходите туда. Это один из самых говёных сайтов, да. Реально, у меня здесь не надо рекламиться, я тебе уже 100 раз говорил. Тем более, если ты говносайт. Хватит ставить музыку. Я вам поставлю прогу какую-нибудь, если вы мне напишите. И, соответственно, я вам сами будете себе ставить. Потому что хватит. Планируешь обновляться до GeForce GTX 1080? Да хер его знает. Мне пока что и так хватает на все игры. Чем смысл какой? Только деньги тратить. Одень кольцо, увеличивающее хп, чтобы тебя не ваншотали. Посмотрим, посмотрим. Какой следующий босс будет? После этого мы пойдем и... похоже, Йорм. Ну, мы вниз туда пойдем. Там у нас Йорм. А с Йормом будет прикольно. Поставь Гюнтера. Сейчас. Когда ты говоришь, что мы пройдем, все умирают. Они по-любому умирают. По-любому. Когда Дум? Завтра. Тебя тоже вкатило? Дум пока что одна из главных игр, по-моему, в этом году. Оттуда я тут немного проапгрейдился, жду призыва. Кейрон я. Ну, если увижу, я кого первым вижу из новеньких, того и призываю. Потому что я хочу всех призвать, чтобы все хотя бы по разу поиграли. Вот. Люба, включи, пожалуйста. Она сломана, она не работает. Так, еще 1 минута, давайте там задавайте свои вопросы. И после этого уже погоним. Вот сейчас победим. Где ипономать монструм? На корабле. Йорм, вон там будет полная бомбяшка. Да не выдумывают, и чё? Йорм это легкий босс, потому что... Вот увидишь, народ будет хватать эти мечи, повелитель бурь, и... херачить его.
Я думаю, если вот такой меч будет у пары-тройки человек, он, этот босс ничего из себя представлять не будет. Мы можем, конечно, сделать так, чтобы он, короче, чтобы мы его убили без этого меча. А того, кто этим мечом пользуется, просто изгонять с боя. Это будет болезненно. Кровь, вино по тизеру 29-го. Я в курсе, я жду очень. Новая Клава на самом деле тише предыдущей? Да, ну вот слушай. Ну сейчас ты все равно ничего не слышишь. Ну да, тише намного. Где Джаггер Джек? Не знаю. Сегодня как бы сложности не хватает, да? Как Тянь 4? Одна из игр года. Бум просто конфетка. Ну, есть такой, да? Да. Для любителей, короче. Все у нас на любителя, но это одна из тех игр, которые, по-моему, реально, несмотря на то, что они, по сути, старорежимные, но индустрию двигают вперед немного. Потому что все это сюжетное дерьмо немного уже поддостало. Так, хорошо. Я готов вас призывать. Из подлокотника я чувствую себя не очень уверенно. Ты мне советуешь кольцо надеть, которое увеличивает жизни? Ну хорошо, но это же все-таки уже хоть какая-то считается прокачка. Я считаю, что зря ты мне это посоветовал, ну ладно. Какую книгу читал последний раз? Я сейчас читаю «Ложная слепота», фантастику. Вообще топовая просто, дико нравится. И тебе советую, если не читал еще. Я не помню автора, к сожалению. Так, Рустам. Арей? Давай, ты похож на пиромант. Подлокотник вернись. Да уже и не вернется, тут болт сломался. Хорошо, хоть я сам не упал. Я сейчас поставлю просто, пусть какая-нибудь музыка вот так вот на фоне потихонечку играет. Как-то вот так примерно. Что-нибудь спокойное. Вот, все. Она должна расслаблять нас. Рей? Довольно тяжелая книга. Ну да. Там какая-то все-таки фактическая база под это дело нужна. Сейчас всех порвем. Нет, сейчас умрем, вот точно. Надо так говорить, не сказали. Новый вкрути. Ну, это все я буду делать уже потом, наверное, ну. Я сейчас, короче, после того, как мы убьем Олдрика, ну, буквально через 5 минут, пойду в этот... в общем, я хочу себе такой жест. Я хочу себе такой жест, как у него. Так, а теперь идите и убейте, короче, всех. Уходил играть с кошкой, пришел, а тут все без изменений. Вообще-то был перерыв небольшой. Там народ сходил пописить, покакать. Кому чё, короче. Идите, он сейчас реально меня ваншотнет. Вот это неплохо. Ворота хороши. Сука! Не надо. Не надо. Командир, он меня сейчас убьет. Командир, расслабьтесь. Защищайте меня. Я пока не буду ничего ставить. Я вам говорю, надо будет поставить одну прогу, которая будет ставить музыку, которую вы хотите. А так это каждому надо, вот я одного музыку поставлю, и в итоге начнут писать все. Эти реально. А, ясно. Понятно. Спасибо, что приходил. Бабл! Голый бабл! У нас много шансов с голым баблом. Вмятина, меня никто не спрашивал. Хнык, я вообще-то рассказал историю появления. И вот, да. Спасибо. Народ, сколько народу онлайн? Я просто это... у меня тут кое-что сбайнуло опять. Не то, что там не количество важно, просто... У меня, по-моему, страница вообще не обновляется. Кое-какая. Крестьянчик! Май, если ты так будешь бить Олдрика, то нам точно жопа. Бабл! Бабл оделся. О, слушай, у него доспех этого какого. Иди помоги. Арей, живи! А, ну нормально. 4К, вполне себе хорошо. Спасибо, ребятушки. Хорошо, а теперь нужно пойти и убить этого босса. Реально, пойти и убить. Я надеюсь, вы меня слышите, потому что... Мы должны это сделать. Кстати говоря, ребята, я думаю, что... Слушай, а тут микрофон не надо настраивать? Voice чат включаю. Вы можете говорить все, что хотите. Но если вы будете говорить гадости, я знаю, будут и такие. Я вас просто прогоню. Вы ничего этим не добьетесь. Вот.
Хорошо, ребята. Бежим за мной. Побеждаем. Завтра будет путь вора. Будет, наверное, если успею. Выстрел пошел. Раз. Два. Давайте, ребята. Три. Четыре. Я держу его на себе. Слушай, они, кстати, неплохо уже снесли. Ребята, вы можете. По идее, они меня сейчас должны слушать. Ну, в смысле, не слушать, а слышать. Это мне сильно поможет, но они, вы же просили этого. Я подумал, а почему бы и нет? 5000 душ! Бабл? Бабл не надо. Мятин, меня никто не спрашивал. А, я уже читал. Я говорю, у меня что-то сломалось опять. Господи, Твич такой кривой все-таки, но такой клевый. Они херово справляются, они плохие игроки. Это я не перехваливаю просто. Ужасно справляются. Парни, вы плохо играете. Бабл, живи! Красавчик! Молодец, боец! Иди вперед, убей его! Быдлота! Мы пришли по твою жопу! Сегодня ты умрешь! Умрешь плохой смертью, подонка! Подонок! Мерзавец, сволочь! Не со мной бегать и убивать его! Убить! А... О, господи, я подумал, что он пошел умирать. Нельзя умирать. Арей, живи! Арей? Арей, ты там живой? Я боюсь что-то говорить просто, они молодцы. Он сзади, сзади, парни. Он уже не сзади. Он туда. Мистер Бабблс. О нет, Арей, ты умрешь. Прощай, Арей. Это ваншот практически. Кидай бомбы. Я начну в следующий раз. В этот раз уже что-то как-то бесперспективняк скорее всего. Но... Хотя, давай поможем, почему бы нет? Это такой урон я ему наношу? Серьезно? И куда ты кидаешь? Тихо. Умирать-то не надо, ладно. Умерло фантомов уже 16. Неплохо. Я вестник смерти! Я боюсь апокалипсиса! Я сраный мужик! В тряпке! Мы умрем! Мы умрем! Но мы будем бороться! И нас будут вспоминать как героев! Правда, не знаю кто, потому что все уже и так мертвы. Мы убили 16 человек! Мистер Бабл, я пожалую тебе свою шапку. Только победи его, пожалуйста. Ты должен это сделать. Беги, родной, беги. Сейчас будут лететь стрелы. Нет, 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 нет. Только не убирай, пожалуйста, я тебя прошу. Ух, это было опасно. Я чуть не умер. Бабл. Мистер Бабблс. Нет, только не это. Живи, мистер Бабблс. Никаких стрел, ну его нахер. Ну вот чё, серьезно? О, нет. А-ха-ха, блин, подловил. Я сам, вот в этот раз, короче. Вот это плохо было. Бабл, прости, я тебя подвел. Хотя ладно, я же король. Так, сейчас мне нужно сходить кое-куда, успокоить нервы. Реально. Начиная бить босса со следующей покупки, фантомы реально уже не справляются. Они должны справляться. Сейчас, я должен сходить назад. Никакой не MLG, нет. Мне нужно кое-что сделать, и тогда все будет. Бабл, ты красавчик. Реально. Молодец. Хороший парень. Добрый.
Так, подожди. О, кто пришел? Спасибо. Так, нам сейчас кое-что нужно просто. Кое-что нужно. Баббл был неплох, реально. Откровенно был просто боженька. Угу. Почти как я. Нет. Надо выпить. Хорошо. Ох, эти голые пятки. Хорошо. Так, эту хрень надо поставить куда-то вот вместо тебя, наверное. Как думаете? Ну, если какой-нибудь придет, мы ему вот этот, короче, вот возьмем и подарим. Это будет хорошо. А, нам же нужно... Да, нам, чтобы сюда пройти, нам нужно 20 тысяч душ. Хорошо. Сейчас у нас будет 20 тысяч душ. Пока не спешим. Не спешите, ребята. Вот идите, все хорошо. В каждой вкладке в самом низу есть тоже костер храма. Не выдумывай. Пожалуйста. Нужна нормальная пати на босса с клириком, танком и дамагером. Но... Не занудничай, короче. Ну, что ты вот это вот начинаешь? Все же хорошо, Лен. Так, еще парочку. Окей, давай. Я не за чаем пошел. Я пошел за... как бы это объяснить? Попроще там. Короче, еще все будет, сейчас увидишь. Не знаю, по-моему, хорошо сидим, это реально охеренно. Я сейчас давно так не перло по этой теме. Так, у кого продается ключ? У тебя продается ключ. Иди сюда. Подожди. Секунду, я его купил? Когда я его... Народ, мы его покупали на прохождении, нет? Я же его не покупал. А, он у нас куплен. Откуда вообще? За жестом пошел. Да-да-да, я за жестом пошел. Это странно. На картах сидеть хочется, да. Угу. Объяснил, как король. Ну, как мог, как мог. Че будешь на миллион делать? Не так много, на самом деле. Буду спать. Может быть, хоть раз высплюсь. Не покупали. Я не знаю, сейчас посмотрим. Видимо, покупали. Покупал, чтобы потратить... чтобы потратить души. Так я там что попало покупал. Видимо, и ключ купил. Уже 10 человек попросило же. Что? А, трек. У нас тут не радио по заявкам, чувак. Прости. Всему свое время. Вот и ты. А вот и ты. Музыка из Оно, музыка из фильма «Марсианин». Я ее использовал для видео по «Элит». Кстати, надо будет в «Элитку» как-нибудь все-таки поиграть. Кстати, народ, кто умеет играть в «Текен»? Я хочу играть в «Текен», но я знаю, что мало кто умеет играть в «Текен». Вот, да. Так, чтобы мне тут выжить... Слушай, я тут не выживу сейчас, просто не выживу. Но я могу как бы косточку возвращения применить, а так спрыгнуть, по-моему, я не могу. Перестань кувыркаться, я боюсь ослепнуть. Хорошо, Зетдемка. Обязательно. Не прощать его? Ну, в смысле не прощать? Как это не прощать? Картинка на лоу такая фиговая. Ну, на лоу-то понятно. Я Текен играю. Какая там часть последняя? Можно реально устроить замес в Текен. Это будет весело. Прощаем его, чтобы он нам торговал. Forgive him. Так, что я хотел-то? Как мне жест? Чтобы получить жест, ты должен сказать, что не про... Блядь, о, простите. А если я его сейчас... Если я ему втащу сейчас? А? Народ, если я его сейчас побью? Косточка развращения. Я умею в Текен так... Я не знаю, последнюю часть можно купить просто и реально играть мне. Там по барабану прощать или нет? Серьезно? Он потом сам станет на карты. Норм, все, втащи. Подожди. Так не дает. Как мне сделать? За ногу в храм огня приди и поговори с ним. Понял, сейчас попробуем.
забей его плетки. Просто заново в храм переместись. Давай вот так вот реально, вот выйдем, короче, и переместимся. И тогда у нас, в принципе, это будет, я думаю, уже обновиться. То есть, если заранее, ну, неважно, короче. Перезагрузи локацию косточки и приди к нему. Народ, такие вещи на будущее, короче, пишите заранее, пожалуйста. Это реально, я подумал, что все просрано. Я такой даже удивился немного. Отойди от него, он сядет. О, сидит. Слушай, я сколько раз эту игру проходил, такого не знал. Че я тут хочу? Я тут хочу Black Fire Bomb. Давай, 73 штуки. Я буду помогать. Помогать буду всем, чем могу, короче. Так, короче, нам нужно вот сюда вместо тебя. Вот это вот. Сейчас все проверим. Тебя пока убрать, вместо тебя поставить вот это вот. Сейчас там будем ждать, короче, проверим. Стрим на канале будет? Нет, стримы на YouTube в последнее время не заливаются, к ним слишком часто придираются. YouTube реально просто сборище махровых копирастов, чтобы они все там друг друга в задницу драли. Ненавижу. Кольцо пинка у лоскутика бери. Купи кольцо за 5000 у девушки возле пилигрима, делаешь тебя фантомом. Потом. Да мне оно зачем? Так, хорошо, я вроде... Я не помню. Нет, это я использовал. Ага. Чтобы купить королю... Надо, чтобы купиться... Чё? Ребята, мы сейчас затащим. Вот вы просто вот посмотрите на сейчас. Вот сейчас вот все будет. Если только какая-нибудь внезапность не случится. И его, так, его мы уже брали. Ведерко. Нам нужен один копираст. Хок. О, господи, у меня сегодня весь день такой. У меня завтрашнюю серию посмотрите, подумаю, короче. Она вот такая же. Маджестик. Нет, прости. Тиволф, по-моему, был... Азура Уайт. Так. Андрей Застор. Кольцо пинка зачем не купил-то? Мне оно не нужно, парень. Попозже. Как красный мелок получить? Ребят, напишите в чате. Я сейчас слишком упор. У меня сегодня был реально тяжелый день. Один из самых тяжелых за последнее время. Очень тяжелый день. И очень-очень долгий. У тебя осколок Эстус есть, я в курсе. Андрей Засторы, привет! Так, слушай. Бабл. О, бабл, кстати, неплох был, нет? Подожди. Кредо. Dead Dance. Две девушки затащат. Есть бесплатный Tekken в PS Store. Tekken онлайн какой-то, что ли? Слушай, вот это реально можно устроить зарубу. Это будет весело. Посмотрю, кто кого. Третья часть, конечно, самая лучшая, но... Очень тяжелый день. Ну да, да. Музыка из Бэтмена. По-моему, да, я не знаю. Что-то там, короче, какая-то вообще рандомщина стоит. Ну че, ёпты? Бабл будет потом. Ну нужно же новой крови дать. МК зарубу. Можно МК, но потом уже сначала проверим. Вот сейчас, говорю, затащим. Так, Бабл. Бабл, призываю тебя. Серьезно? What the fuck вообще? Два пироманта, найс. Да, да. Я вернусь за вами, твари. Бабл, живи, только живи. Не очень вовремя ты пришел. Копираст, вечером приходи на сеновало, буду пробу ставить. И убью тебя. Капитан Пикард. Пикард, давай. Enable to summon. Ок, понял.
Я постоянно чат читаю, меня 100 раз уже убивали за этого, реально. Йоба Слеер, давай. Посмотрим. Ох. Бабл, прости, конечно, но... А, прощай. Прости и прощай. Хотя он живой еще. Но мы туда не пойдем пока. Музыка. Я смотрю, за 2 часа ничего не изменилось. Ну как тебе сказать? В целом все стало намного лучше. Нет! Ёба, нет! Эту музыку на стрим Fallout я ставил, по-моему. У меня такой бардак вообще в этом деле. Так, все, бежим тупо к боссу. Народ, кстати, кого я уже призывал, скажите, меня хорошо слышно вот через эту штуку? То есть я voice chat включил? И теперь, по идее, фантом должны меня слышать, то есть в реальном времени. И надо будет это проверить, короче, не сейчас. Я бы просто с ними поговорил. Ну ладно. Олдрик, мы идем, срань господня. Мы идем. Вот такую музыку только боссов побеждать. Может, хватит уже, нет? Все время одно и то же. Сюда смотри, Бабл, живи! Бабл, это наша с тобой лебединая песня. Мы должны тащить. Не долетит. Долетело. Ох, начинается. Народ, не пишите, какую музыку поставить, реально. И, я сейчас не буду на это отвлекаться, мы должны победить. Я уже вижу, что это вполне реально. Иди сюда. Камнем завалило. Мне долет. Слушай, Бабл тащит реально, но он меня сейчас убьет. Я тебе говорю. Хорошо, пришел туда. Арчер 86, спасибо за саб. За ресаб троекратный. Надеюсь, ты меня сейчас не убьешь, потому что я очень отвлекся на тебя. Ой, фрезы. Спасибо. Поставь Рэпштайн. Нет, хватит. Лови, мать твою, лови. Да хватит уже одно и то же дело. Так, ясно. Долетит, не долетит? Не должно. Так-то. Бабл, на самом деле, чтобы ты понимал, ты один, по сути. Хотел за сегодня пройти DS3. Не, ну это знаешь, это такая рандомщина. Она может повезти, может не повезти. О, вот это сейчас жесть будет. На меня? Не, на Bubbles. Bubbles, живи! Не смей жечь его, быдло! Так, стоим, ждем. Он меня сейчас ваншотнет точно. Вот смотрите.
когда я один с ним дрался, мне намного проще было. Нет, да твою мать! Ну, господи, ну что ж такое? Бабл. Слушайте, Бабл надо призывать, короче. Бабл хорош, реально хорош. Слушайте, весь чат забит, короче, этим, как его... Ну, этим. Призывами поставить какую-нибудь музыку. Вот из вредности возьму не поставлю. Давай музыку из анонса. Никакой музыки. Так, мне нужен Бабл. Бабл. Бабл, ты мне нужен, реально. Бабл и Герочка. Ну, Герочка себя пока что не так хорошо показал, на самом деле. Кредо. А, давай. Гловис? Призови только Бабла. Нет. Я на самом деле зря вот так вот говорю, потому что тут очень много. Я сейчас буду этот... Давайте, знаете, как сделаем? В общем, безо всякого читерства, вот у нас... Вот это балкон будет пиромантов. Вот это вот будет балкон магов. Вот. Здесь будут тяжи, а здесь дексовые персонажи. Ну и, соответственно, я буду чередовать, в общем. Давайте так. А сейчас пока кого-нибудь призову. Dark Lotus, давай. И там посмотрим. Здорово, Скакура. Привет. С какого района? Блин, ты... только недавно стрим включил и решил зайти. Удача с первого раза, шикарно. А ты этот... А у тебя какой уровень? 92. 92. Ну, вот сейчас ты поймешь, что такое 92. Это вообще ничто. В моей игре все первые уровни, запомни. Dark Lotus, посмотри на... Ты глобус или глобик? Вообще глобак. Глобак. Ну, погнали тогда. Хорошо. А если я 40-40, это бывает, оно как бы пройдет со временем. Называется половое созревание. Так, хорошо, ребята. Я думаю, что... Глобус. Слушай, а с голосом прикольно. Они появились. В общем, я не знаю, что сказать. Я просто буду болеть за ними. Бей его, бей его! Глобак! Глобак победил! Нет, не победил! Но сейчас победит! Меня не трогай! Покушение! Вот это он вообще, короче, не умеет играть, этот рыцарь. Давайте, парни. Работаем, работаем. Второй. Dark Lotus нуждается. Dark Lotus, кстати, мотает там вообще. Обрели голос. Вот это типа того. Так сложно ваши ники временять. Шурт. Хорошо, ладно, давайте погнали, короче. И просто вот в этот раз... Слушай, а у меня получается, да, у меня 30 бомб. Сначала надо черные кидать. О, господи, это Fallout опять. Ну что, готовы к боссу? 99 уровень. Или какой там? Глобак, ты должен тащить. Ты веришь в себя? Нет, он молчит. Ты не попал! Да твою мать! Ой, я не знаю, короче, я уже начинаю беситься, реально. Я говорил, что когда-нибудь... В смысле, вот это обидно было? Я говорю, как... Говорил, когда-нибудь я, короче, я вот это вот возьму и промахнусь. И вот оно произошло. И главное, знаете, как это бывает? Вот это вот на понтах бывает. Сегодня я возьму с собой пироманта, Мойра и тяжа. Какая жалость такой. Так, пиромант и тяж. Это можно затащить. Я думаю, что это будет хорошо.
О, какая жалость, да, такой типичный, короче. Самое главное, знаете, у нас испытание просто вот это вот. Вот эти рыцари, это испытание. Оно просто покажет, кто выживет, а кто нет. И к нам приходит Мойра. Мойра. Мойра, ты можешь сказать что-нибудь голосом? Мойра, не убегай от меня, Мойра. Мойра, стой. Мойра, ну куда же ты? Почему ты уходишь от меня? Мойра. Мойра, давай мы с тобой поженимся. Мойра. Ладно. И к нам приходит One Point. One Point, ты слышишь меня? Если ты меня слышишь, подай знак. One Point, как ты выглядишь под броней? Ты симпатичней. Ох, как... Мойра! Ты так и не подала мне никакой знак. Хорошо, нам нужен новый пиромант. Мойра, ну как же так? One Point, какой у тебя здоровенный меч. Да, Dark Soul. Прекрасная шляпа. Посмотри, One Point, к нам сейчас придет прекрасный мужчина. Ты увидишь его, и ты ужаснешься. Так это девушка. Ты девушка? Нет, ты не девушка, ты бородатый мужик. Уйди, уйди, One Point, я тебя сейчас выгоню. Я дружу только с девушками, понимаешь? Так вот, как он с Дашей познакомился. Дрон 191988 пишет. Голосом Джека, детка, ты связался с полезной компанией. Голосом Артура Джеки, я ее гоп-король. Dark Souls, привет. Со мной два бородатых мужика. Слушай, ты такой толстый. А чё ты сел тут, слышь? У тебя есть голос, нет? С какого района? О, смотри, у нас здесь луковица. Если... Вы, короче, как этот. Если с вас собрать, то вы этот... вы получитесь, из вас один Зигмайр появится. Так, все, ребята, погнали. У нас экзамен впереди. Вторая часть экзамена. Первая часть экзамена Мойра не прошла. Вы должны защитить меня от этого быдла. Плохо защищаете. Так, я держусь подальше. Я в последнее время умираю реально от всякой херни. Я уже так боюсь отвлекаться на чат. Посмотрю на чат, короче, смотрю, на меня какое-нибудь дерьмо летит. Парни, мы сейчас бежим вперед и, короче, вбегаем в призрачную дверь. Ни на кого не обращаем внимания, потому что когда мы это делали, мы... Чё мы? Чат, чё мы, когда мы это делали? В принципе, то же самое все. Артур, а Даша знает, что ты с двумя бородатыми мужиками. Нет, не говорите ей, пожалуйста. Хорошо, ребята, вы готовы к бою? Давайте зайдем и заовним Олдрика. Олдрик, пожалуйста. Не надо вот этого, короче, свои атаки делать. Потому что я уже подустал. И мы никуда не двигаемся. И я скоро начну реально ошибаться через раз. Да и, конечно, не начну. О, маги пришли. Мага магии бить, это да. Ох, какой урон. А вы знали, что магу на магию... примерно насрать, нет? Dark Soul. Но я думаю, ты справишься. Пока что он, кстати, себя очень плохо чувствует. Поэтому я верю в вас. Я в вас верю. Ой, фрезы. Удар! Кидаем бомбу! Он вернулся. Хорошо, где же он придет? Есть контакт. Я внес свой вклад. 80, серьезно? Ой, парни. Жесть. Ай-яй-яй. Сделай музыку погромче. Сейчас не успею. Тихо, тихо. Тихо. Парни, отвлеките его. Он меня точно ваншотнет сейчас. Я отойду от этого босса, пока не справляется. Ну его нафиг. А, ну все. One Point. На тебя вся надежда. А дерьмо такое, я лечу, я лечу. Это что за донат был вообще? Уии. Получи. 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 Хорошо, прошло. Куда ставить знак, если я декситяж и немного пиромант? Ставь где-нибудь, где мы его не увидим. Ты главное ставь, не кто-то там по прокачке есть, а кем ты себя будешь в следующем бою... В общем, реализовывать себя как личность.
Ванпоинт втащи ему, он бесит всех уже. Ясно. О, хорошо. Но мы не убьем. Если только ванпоинт не затащит. Хорошо. Как бы кольцо мне не помогает, как видели. Даже с ним у меня все равно ваншот. Ну что ты вот тут кричишь? Ну куда ты кинул-то? О, хорошо. Упадет. Короче, я подарю свою каску тому, кто победит этого босса. А второму я подарю, если их будет двое. Я не знаю. Тихо. Начинается, он на меня навелся, он мне сейчас ваншотнет вот эту херю. One point, спаси. А, я понял. Хорошо, что же ты будешь делать теперь? Есть ли у тебя какая-то идея? Я вас понял. Вот это было круто. Так, сейчас я возьму... Я, кстати, призывал пироманта, он херачил магией. Ну, надо понимать, да, что... Как бы Олдрик, он... Он сам маг. И поэтому... Так, мне нужен дексовый персонаж. Один. Good Hunter. И нужен один маг. Да. А магов я пока не вижу. Вот. И у нас здесь капитан Пикард. Вот теперь я тебя точно призову. Сейчас я посмотрю, что я подарю второму победителю. Надо посмотреть, да, надо подумать. Я подарю свой первый посох второму победителю. Первым, короче, одному я подарю свою шляпу, а второму... Good Hunter. Привет. А у тебя есть голос? А точно есть? Нет. Есть? Круто. А ты мужик. А выглядишь как женщина. Это ужасно, ты понимаешь? Я чуть не женился на тебе только что. Замолчал, как легко человека смутить. Ну ладно, я уже все. Давайте пройдем небольшой экзамен, ребята. Капитан Пикард, жду тебя в новом Стартреке. Второй пришел. Good Hunter. Такой. Ау. Так, хорошо. Good Hunter нам не сильно нужен. Капитан Пикард, живи, я сейчас призову тебе помощь. Кого-нибудь на помощь. Так, магов нету, быстрее на помощь. Давай, Мойра. Давай, Мойра. Капитан Пикард, туша, тебе не нужна помощь никакая. Там музыка зависла, что ли? Не знаю. Сейчас я ее прибавлю. Та-да-да. Ох, тяжик. Кто же у нас тяжик? Хель. Давай, адище. Мойра. Мойра, привет. Мойра, в последний раз мы с тобой не договорили. Да-да-да. Как дела, Мойра? Ой, покушение, покушение! Короли что-то дарят своим... Чё? Не надо вот тут. Так, экзамен продолжается. Сделай фантомов погромче. Не могу. Во, у нас Мойра же офигенный... Офигенный пироман, точно. Ребята, у вас есть у кого-нибудь голос? Меня больше, конечно, интересуют женские голоса. Сейчас реально придет Даша и меня втащит. Поэтому, ребята, вы даже если что, не признавайтесь. Да. Но если у вас мужские голоса, то можете говорить. Особенно, если вы бородатый мужчина. Вот, включаю его с чат по сету. Вы, ребята, должны знать, короче, что делать. Мы сейчас идем и просто овнем.
Вот в этот раз у нас будет победный. Пароль в названии стрима, да. Давайте, ребята, давайте затащим. У меня, кстати, фаербомбы кончились. Так быстро. Так, все, будем жить. Ты посмотри, сколько пиромант ему сносит. Но пиромант, если что, ваншотнет. Поэтому аккуратнее, Мойра. Еще фризы эти. Ты посмотри на этот дамаг. Адище, беги. Он ушел, но обещал вернуться. Он туда же и пришел. Хел, танкуй! Мойра, дамаж! Я буду кричать, я полезен. Воу-воу-воу-воу! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Вот это было опасно. Я последнюю секунду услышал. Слушайте, я боюсь реально подвести вас, поэтому делайте это быстрее. А я сейчас точно убьет. О нет, Мойра, прощай. Ну, это было неплохо. О нет, Хел, прощай. Ну, это тоже было неплохо. Хорошо, нам мы пока не можем возвращаться. Вот теперь. Уии! Исполняю роль министреля. Да я и так уже всех подбешу, они приходят ко мне. Забрасываю пирогами с дерьмом. У меня пироги с дерьмом кончились. Некоторые пошли рассказывать Даше. Но вы в натуре, короче, вот эти вот. Так. Нам нужен... На руме? Так, подожди, не-не-не-не. Нам нужен... Мне нравится твоя внешность. Ты призван, просто призван. И в этот раз мага. В этот раз мага. Разнообразие. Рустам, пойдем. Музыка, да, заела. Заела. Ох. В смысле, а что тебе с музыкой не нравится? Нормальная музыка. Дрыжики. Привет, дрыжики. Что у тебя с лицом? У тебя есть голос? Если бы у меня был голос с таким лицом, то я бы вскрылся. Ох, я на тебя смотрю, и мне страшно. Рустам, подай голос. Есть у тебя микрофон? Видимо, нет? Хорошо. Музыка всем нравится. Вам предстоит пройти небольшой экзамен. Пойдите и убейте их всех. Угу. Что-то тяж у нас какой-то с голым пузом. Есть разница, какой уровень копорой стоит? Никакой разницы. Слушайте, у них может получиться, они хорошая команда. Они молодцы. Надо что-нибудь расслабляющее поставить будет. И хорошая музыка. Да хорошая музыка-то чё? Вон, ребята молчат. Давайте пока о чем-нибудь поговорим. Вон, все предлагают Тиберу. Почему бы и нет? Так, ребята. Пока, подождите. Я сейчас, короче. Мне нужна музыка на победу. Вот сейчас у нас будет музыка победы. Так. Так. Ага. Не то. У меня почему-то не переключается раскладка. У меня вообще компьютер себя плохо чувствует. Так. Ага. Жесть. Эта музыка еще долго шла бы. А реально долго-долго шла бы. Что это такое? Что это? Кто это поставил? Кто это мне... Вот, все. Вот теперь пускай у вас мозги из ушей текут. Все, отлично. Хорошо, ребята, хорошо.
Предстоит вторая заруба. Где там все? Че, ёпты, погнали? Шейд, ну прости, ну я должен был. Хорошо, наши с нами. Рустам опаздывает. Нормально. Ой, нет, не так. Я сейчас уверен, что я хапнул. У меня предчувствие. Во, смотри, какая хрень. Вот это круто. Рустам, я в тебя верю. Дрыжика, танкуй. Отвлекай на себя внимание. Только не умри, пожалуйста. Получи. Получи. Ого, сюда больше бьет. Шейк, мне нечего сказать свое оправдание. Потом Даша выскажешь все, что обо мне думаешь. О, а вот ты. Слушай, реально плохо сносит. Чер банит forever. Дайте его бан Пермачёва. Он какой-то странный. Мне таких на канале не надо. Заранее спасибо. Дрыжика, спасибо, что ты был с нами. И теперь тебя с нами нет. Пройду. И что-то такое. Ясно. Остался у нас один маг и все. Слушай, один из нас точно был с микрофоном. Вы слышали? Но он просто ничего не говорил. Он стеснялся. Либо не хотел. Одно из двух. О, фрезы, эти фрезы. Я слышал, как он долбил по клавиатуре. Зачем ты так с нами? Так, ясно. Не тот бумфайр, да и хер с ним. Мага, не красавчик. Да, музыка такая. Так, мне нужно... Подожди, что я хотел-то? Да мне, в принципе, мне все нормально. У меня все отлично. А, вот, точно. 100 раз видел, главное, ни разу не нажимал. Я сейчас реально пойду его сам бить. Действительно, серьезно. Почему бы и нет, потому что... Я знаю, что это смешно, да, но... Мне нужна какая-то броня. И мне нужна... Вот это вот. И мне нужна... Вот так вот. Все. Господи, не прокачу. Сколько у него урон-то? 105? Ах. 108. Погнали. Что это за божественная песня? Это песня победителей. Сейчас покажем, как надо тащить. Не бей, ты должен быть пацифистом. Я попробую. Просто попробую. Не парь. Ну погнали, что ли. О, отличное начало. Просто замечательно. Ау. Ну не ваншот. Все. Где-то там есть. Да какой нахрен? Почему хлыст? Почему хлыст?
О, понятно. А это что такое? Сейчас какая-то японская музыка включится, вот увидите. Ой, твою мать. Ну дайте я хоть немного оттянусь, не парь. Все по-японски. Я живой, все еще живой. Я не знаю. Я даже не знаю, что сказать. Ну, типа, вот. Поздно. Я уже забыл, как его убить, кстати говоря. Но я его бил легко. Вот эта вот его атака просто парит. Она реально затягивает. Так, нет, это вообще бесперспективно. Ой, господи, что за говно играть? Я не знаю. Надо какой-нибудь... Вот, я пишу, короче, я пишу тихое. Пишу тихое. Тихое. Расслабляющая музыка. Нет, такой, серьезно? Ну-ка. Просто расслабляющая музыка. Почему она не ищет? Хорошо, я просто введу тогда... У меня реально горит. Вот сейчас у меня горит. Так. Не знаю, пусть играет, хер с ним. Я надеюсь, мата не будет просто. Так, все, ребята, я вас жду, короче. Вот сейчас нужно победить. Почему, кстати, темные фантомы не приходят? Почему никто не пытается нас убить? Скучно. Сегодня Джаггер Джека нет, так что, все что ли? Так, Наруми, давай. Нужен тяж. Ну, не нужен уворотчик, сейчас нужны тяжи. Мы тут уже реально поселились. Да тупо. Вообще не та одежда. Каспийский груз. Хорошо, из тяжи у нас Dark Lotus. Бабл, где ты, Бабл? В ЖРК. Дорог. Сложный ник. Ладно, Макс, очень хорошее лицо, я должен взять. Супер тяж, сексуальная задница. Артурка, ты крутой, успехов тебе всем. Спасибо. Япономатия, я тебя попозже почитаю. Наруми. Наруми, привет. Как ты считаешь, в этот раз у нас с тобой получится? Мы с тобой сделаем дело. На Соньке Дарк запусти, фантомы Тащеры все сделают. Где-то я это слышал уже, я тебе не верю, понял. Наруми, мы должны тащить. К нам пришел Макс. У нас тяж и у нас Макс с тяжелым щитом. У нас полный топ. Макс, все очень хорошо. Погнали, парни. Вам предстоит небольшой экзамен. Япономайт пишет, осталось меньше 900 человек, и Артур миллионер. Удачи тебе и дальше счастья вашей семье. Спасибо. По скриптум. А Дарк вот еще когда-нибудь будет? Будет. Народ, пишите в чат, если хотите продолжение Дарк. Можно не писать, будет. Так, надо, кстати, Кирю убрать. Слушай, эти ребята могут затащить. Посмотри, как они справляются. Пароль, название стрима, да, заходите, гости дорогие. Я, конечно, все понимаю, но Наруми, смотрю, с каким мечом. Вот. Хорошо, ребята, и теперь нам с вами нужно пойти и всех убить. Вот сейчас просто нужно затащить, ребята. Потому что на кону стоит вот эта вот клевая шапка и моя первая плетка.
Я реально вижу двух игроков, которые очень хорошо играют. Сейчас знаете, что случится? Вот сейчас я пропущу фрейм и влуплю, короче, прям лбом в его магию. Поэтому бегите, ребята, бегите. Типа того, да. Угу. Смотри, как их сносит в щит. Щит торт. Да в смысле, как это так-то? Вот это вот вообще сейчас, это я... Ох, это я облажался на руме. На руме я тебя сейчас призову. Найди меня. Найди меня, когда очнешься. Взял так лыжанул. У меня обидки просто, реально. Ох. Я думаю, после сегодняшнего стрима я некоторое время отдохну от Dark Souls, потому что у меня гореть начинает. Чё? На руме плюс баба в успех, ну может быть. Так, хорошо. Раз. На руме давай, мне нужен на руме. Степан, пока нет. Филипп Третий, Ив, Степан, Мойра, Гарри Повар, Филипп, Наруми, ты где? Давайте пока тяже призовем какого-нибудь. Мафия Энджин, Чара Чан. Так, а это кто? Рафиевик, Маджестик. О, Маджестик. Слушай, ну тебя же убьют, ну реально. Ну давай, хорошо. Тебя убьют с этим. Так, Ив тут немного обновилось, сейчас все будет. Степан, Кармина, Кармина, Рустам. Рустам, кстати, очень неплохо справлялся. Тоже, да. Угу. Че, жену мою призови, ветеранс? Ты про че? Джаггер Джек не заходил. Маджестик, привет, как дела? У тебя есть голос? Что-то вот как только, короче, появился микрофон, я такой... О, клево, пообщаюсь со зрителями. И все такие... и молчат. Прикинь, Маджестик, вот так и живем. Нам надо затащить, вы понимаете, ребята? Обязательно надо. Рустам, ты очень хорошо справлялся в прошлый раз. Поэтому идите, и вам нужно пройти небольшой экзамен сейчас. Идите, идите, вон оно. Вон оно вылезло, вот это чувырло. Вот это вот. Супер тяж сексуальная задница. Артурка, ты крутой, успех в тебе всем, пишет. Савамура Кун пишет. Артурка, поставь песню Хала Хала. 4 картана, трибьют сок. Все будет хорошо. Потом. Сейчас мне нужна расслабляющая музыка. Потому что у меня два фантома никак не могут справиться. Я не могу найти идеальную комбинацию идеально топовых игроков. И вот сейчас я вижу, что это они. Да, да. DS просто игра не про голос. Я тут при чем? У многих на микрофонах есть... на наушниках есть микрофоны. Чё бы не пообщаться. Мне уже одиноко. Джек и ушел. Представьте. Так, ну этот... Простите, он живой. А, вот это просто камбэк, вот это я понимаю. Все посчитали, что он умер, а он встал и убил Маджестика. Маджестик, прости, жизнь та еще сука. Хорошо, хорошо. Мафия Энджин, мне нравится твой ник, вполне возможно, я тебя сейчас призову. Dark Lotus. Так, я по оружию буду смотреть. Вот это, в принципе, мне нужен с огромным щитом, чувак. Во, давай, Мафия Энджин. Там, давай подождем его.
входил на час, все еще не убили. Зато мы охеренно проводим время. Реально, это одно из самых теплых, по-моему, за последние стримы. Сейчас, Рустам, подожди, он сейчас придет. Он сейчас придет, и он пройдет свой экзамен. Предсказание Джека свершится, Джек пойдет через час, а они все еще здесь. Я понимаю, но если бы Джек при этом как-то помогал в этом деле, то все было бы хорошо. Мы с ним тоже никуда не двигались, поэтому не надо выдумывать. Мафи Энджин, привет. У тебя моя любимая броня в Dark Souls 3. Ну, внешне. Тебе она тоже нравится, да? А ты под ней мужчина или женщина? Надеюсь, женщина. Нет, по походке мужчина. Фу. Идите убейте босса. Слушай, я тут этих нафармлю, короче, шардов, вот этих всяких осколков, титанита, это просто пипец. Итак, ребята, наша тактика стандартная. Мы должны один человек танчит, второй в это время делает магию или пиромантию. Главное, что-нибудь такое, что сносит много жизней. И одно тело стоит, которое придумало этот челлендж, и которому в итоге больнее всего, потому что вы это проходите по разу, а вот это проходит уже, я не знаю, сколько часов? 2.5 часа. Так, подождите, у нас там Mafia Engine припозднился. Все, погнали. Хорошо, только не ваншот. Я уже подустал. Вот сейчас все должно быть. Только не херачь свои баги. Я не вижу ничего, потому что... Огненная алебарда, конечно, сносит как надо. Но щита у тебя в этот момент нет. Поэтому ты сейчас умрешь. Скорее всего. Просто там прощай. Это практически ваншот. Лучше подхилься, ну его нафиг. Давай двух ловкачей с быстрыми пушками, Геральт и Пабло. Может быть, следующий наш будет такой. Если эти ребята не затащат. Я этого очень хочу. Я честно, очень этого хочу. Музыка не слишком орет, ребят? Это не Game Plus, нет, это хуже. Так, Рустам жив, все хорошо. Третьей жизни нет, вы могете. Норм. Орет. Чуть-чуть убавлю после боя. Буквально чуть-чуть. Аккуратно, стрелы идут. Mafia Engine, живи, пожалуйста. New Game минус, да. Субой, мафия, живи. Мафия, давай. Нам просто нужно пройти этого босса. Вот этот удар меня, кстати, вообще коварно убивает. Я вообще хрен знает, где нахожусь, он берет и убивает. Да. Mafia Engine. Аккуратно, стрелы летят. Стрелы летят прямо в нас. Бежим. Бежим, бойцы. Оно все еще идет. Мафия, живи! Мафия! Мафия, давай! Мафия, хил! У мафии нету хила, походу. Мафия! Мафия, нет! Мафия! Господи, фризы, что вы делаете? Фризы не надо. Одни мы с тобой, Рустам? Одни остались. Одни. Соль на стримах будет. Как-нибудь можно? Почему бы нет? А! Рустам, ты умер, да? Ой, ладно. По-моему, сейчас мы попробуем двух тяжей. Есть подозрение. Давай, давай, давай! Давай! Вот это был тайминг.
Так, музыка чуть-чуть потише, а то там глушит кого-то. Вот так. Ну, вот такая расслабляющая музыка. Ну, пускай играет. Хорошо. Наша новая тактика. А в чем смысл? Ну, как бы тебе объяснить? Мы очень клево проводим субботний вечер. Немного медленнее, чем хотелось бы, но, по-моему, очень круто. Мидорфит, подожди, сначала мне нужно Бабло найти, если он здесь. Он из Асторы. Я просто вот хочу его найти. Вот это вот у меня навязчивое. Аргент, Иво, Архангел, Шум. Слишком легкий тоже не надо. Ладно, Мидорфит, давай. Как мы зову называть? Я не знаю. Кредо, Дорог. Подожди, у нас здесь был кое-кто. Димитрий. Я сейчас, кстати, смотрю этот. Что-то вспомнил. Димитрий. И вспомнил этот, как его. Неважно. Не обращай внимания, в общем. Просто не обращай внимания. Я думаю, что... нам нужен... Степан, ты себя что-то... Кармина нам нужна, да. Мидорфит. А что ты делаешь? А как дела? А у тебя есть голос? А давай присядем за жизнь потрём. Давай. А чё? А с какого района сам? А есть тестус? Ну ща, погоди, там пацан знакомый подошёл. А, девушка. Привет, Артур. Привет. О-о-о. Ой, девушка, ты ещё и с голосом. Как дела? Хорошо. Знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы вы прошли небольшой экзамен. Окей. Вот. А ты пиромант, да? Да. А какого уровня? 95. О, круто. Только аккуратней. Ты знаешь, сколько я тут сижу уже? Вы тут приходите? Да. Да. А я тут сижу уже, я не знаю, я как этот дураком скоро стану. Измена? Сейчас Даша придет меня бить. Кармина, что мне с этим делать? Мне очень нравится твой голос. У тебя такой приятный голос. Да. Капза, Артурки. Ну, ладно, хорошо. Эй, тихо. Измена? Ой, какая измена? Я хотел сказать покушение, не обращайте внимания. Короче, я вот сейчас вот я просто вот, ты понимаешь, вот твой голос меня отвлечет. Я буду сейчас драться как боженька, но из-за того, что вот ты меня отвлечешь, я просто вот умру. С первого ваншота, по сути. Не надо. Ладно, хорошо. Я тебе говорил. Твою мать. Покушение. Покушение. Ладно. Ну, этот. Спасибо, что приходили. Хорошо. Хорошо. Шейд такая тихо. Дело мать вашу-то, я же... О, ясно, понятно. Ой, мне нечего сказать. Так, дружика, ты вот просто должен реабилитироваться вот буквально прямо сейчас. Хорошо, здесь у нас Степан Клитер. Степан Клитер, сделай дело. Потому что все, я все. Слушай, там реально кто-то призывает, да? Вот это вот сюда кто-то ставит. Это будет так тупо. Даша, Артур, никаких моих тефтерик месяц. Смысл? Ну ладно, стоило того. Дрыжика, привет. В этот раз ты будешь... А у тебя есть голос? Ого, у тебя есть щит. Этот щит похож на тарелку.
А, это типа... О, это просто достойно какой-то, я не знаю, обоинки. Степан. Степан, привет. Степан, я по тебе соскучился, ты знаешь. У тебя очень хороший ник. Тебе нужно пройти экзамен. Вон там. Я, пожалуй, постою в стороне, потому что я А что ты голый делаешь? О, смотри, какой щит у человека. Вот этот щит, он... Битва с Олдриком, на самом деле, это битва щитовиков. Ну, вот в нашем варианте, я так понимаю. Так-то, в принципе, можно и на воротах его победить. Но у нас намного легче будет пиромантом, либо щитовикам. Во, отлично. Вот это парни дают. Молодцы вообще, ребята. Но посмотрите, сколько они сносят. Там мувсет Арториса пошел. А, чатик отпустили, да? Ну, чатик, я не знаю, что сказать. Я просто... Владелец стрима извращенец. Владелец стрима извращенец. А, ясно. Ты пиши сюда почаще, ладно? Срывай покровы. Активнее. Либо щит и пиромантия. Я считаю, это, кстати, выигрышная тактика. Два щитовика с пиромантией. Арториус Винс. Дрожжикет тоже. Так, все, ребята, вот теперь... Я этих ларш титанит чанков, я уже не знаю, куда девать. Что за меч у чувака в синем? Волчий меч. Шикарный меч, один из лучших в игре. Да и вообще у него сет вообще красивый. Господи, что за музыка играет? Это... Мы должны пройти этого босса, ребята. Я хочу реально попасть на следующую локацию. Я думал, сегодня там так весело будет. А мы не можем пройти этого босса. Он слишком сложен. Слишком сложен для нас. Да? Да, ребята? Давайте покажем, что нет. Или вы хотите жить вечно? Смотри, вот это вот энергия. Не забывайте лечиться только, ребята. Касатики. Стрелы аккуратно! Аккуратно стрелы! Я помолчу. Я, когда я что-то говорю, они, походу, меня слушают. Это плохая карма просто. Поэтому им не надо меня слушать. Они справятся и без меня. Слушай, там реально хардтрай идет. Вот это ваншот для меня. В чате кто-то там как пельмени готовить обсуждает. Я говорю, у нас Степан, прощай. И прощай, очередная попытка. Потому что ДРДЖК, как бы хорошо он играл, в одиночку не вытянет. Хотя, ну, может вытянет. Я ему буду помогать. И умру, соответственно. Уи! Хотя бы на 80, я не знаю, хоть что-то буду делать. Призывы такие вот, это вот не надо вообще, короче, такие. Он, кстати, на меня нацеленный. И стрелы сейчас в меня пойдут. Ага. Я вам говорю, те, кто говорит, что легко, вы придите и покажите нам, как надо играть. Как обычно. Там еще один пришел из этих. Слышал ДРЖК? Из убельцев. Типа, ну вот я играл, у меня было просто. Неважно.
Так, он на меня наагрился тогда. Это может означать ваншот? Нет, не на меня. Хорошо, аккуратно. Ну, кстати, почти попал. Угу. Хорош, у тебя щит Хавеля. О, пошла моча по трубам. Так, тикаем, хлопцы, тикаем. Оно в меня летит. Попробуй с одним фантомом. Смысл? Лучше с двумя. Так, ясно. Ясно. Хорошо. Призови нас, и мы на изи затащим. Ну да. ДРЖК, прости. Прости. 3 часа бьем, да. Артур, не подходи близко, а то... Кэп. Как новый дом, ты можешь первую серию посмотреть. Там, в принципе, достаточно красноречиво. Я говорю, что для меня игра крайне тор. Джек, он сказал, что мне понравилось. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Так что смотри для себя сам. Скайзеркс, мне нужен ты. Мне нужен новый пиромант. Я не знаю, кто это будет. Музло пободрее. Я не могу пободрее. У меня от него начинает болеть голова. Степан, прости. В следующий раз. Так, Мойра уже была. Кстати, Мойра... Мойра же хорошо справлялась, по-моему. Надень броню, чтобы не ваншотывало. Прикол в том, что я хожу голый специально. Ну... Народ, почему бы и нет, верно? Это будет выглядеть, как я сдаюсь, нет? Привет, Скайзеркс. Хорошая прическа. Где Стрикси? А, вы уже здесь? Пойдемте, нам нужно пройти экзамен. На самом деле я бы рекомендовал просто побежать сейчас туда, но готовы вы к этому или нет? То есть увернуться от них и идти к боссу сразу. Хорошо? Ну, или вы уже готовы драться? Сдался. Ну хорошо. Если в этот раз не получится, то этот. Дальше я буду голый. Ребята, ребята, вы идете за мной? Ребята идут. Один ребенок, он там тоже же ребенок. Кстати, а паучок-то все висит сверху? Как он там в прошлый раз-то оказался? Народ, кто смотрел этот, как его, Мстителей? А он нормальный, нет? Я просто завтра, походу, в кино пойду. Только я еще не понял. Давайте, затащите, парни. Давайте. Парни, девушки. Я не знаю, кто в этот раз. Хорошо, деремся. Мойра, живи. Мойра, живи. Он на Мойру нацелился, он ее тоже ваншотнет так. Этой штукой. Хорошо, фигачьте, парни, фигачьте. А чё Отто Дикса не слушаем? Да хер его знает. Слушаем, чё попало. Я думаю, что следующий трай можно будет сделать... Не трай, то есть, а как-нибудь постримить спидран. Ну, то есть, я буду играть в эту игру, я так-то в нее хорошо играю. И можно будет... Я не думаю, что я даже близко подберусь к мировому рекорду. Сколько он там? Минута 14, по-моему, сейчас. Но часа за 2.5 можно будет пробежать игру. Там пара-тройка смертей тупых. А так, за 2.5, я думаю, справлюсь.
смотрите на это? То есть после шкаляра уже. Без разницы, какой у тебя уровень, да, Сензак. О, черт. Отвлекся на чат. Говорят, что в фильме так уж плохо. Ок, понял. Час 04 уже? Ну, круто. Очень положительно. Я думаю, это будет забавно. Мне просто реально хотелось пройти эту игру вот с вами как-то. Это, по-моему, круто. Это реально забавно. Но я не думал, что это будет так долго. Но вы очень хорошо Так, вы херово справляетесь, ребята. Я вообще ничего... Я не имею мнения по поводу вашей игры. Вы просто играете, а я разговариваю о своем. С фантомами веселее. С фантомами везде свои приколы. Беги, родной, беги, родненький, беги, беги, беги. Давай, 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 давай. Красавчик! Чуть антресолью не зашибло. Мойра, живи, родненькая, пожалуйста. Шкаляра я за 6 часов прошел, как-то ранил. Ну не то, что ранил, у меня просто дополнения вышли. А нет, обычный Dark Souls 2 на ПК. За 6 часов прошел. За 5.50 с чем-то. Это первый мой был, первая моя попытка после полного прохождения. И я ее, в общем, прошел за это время, чтобы успеть дополнение на ПК проходить, а на PlayStation 3. Потому что саму Dark Souls 2 я проходил на PlayStation 3. Давай вот не надо сейчас, а? Мойра, херачи его, херачи! Сдохни, тварь! Сдохни! Блин, я же вам не смогу ничего подарить! Я же не успею! Я не успею подарить вам свою шапку! Быстро выкидываю шапку! О, я потерялся! Сейчас, сейчас, ребята! Да не отсюда! О-о-о. Я вас просто, я не знаю. А считается, нет, то, что я, ну, как бы я был одетый, но меня же не били. Я очень доволен собой. Собой и только по большей части. Потому что вы справлялись очень плохо. И из-за вас я провел здесь 2 часа 53 минуты. Вы плохие. Ладно, на самом деле я шучу, конечно. Ой, ребята, красавчики. Я теперь знаю, что Мойра — это моя любимая жена. Угу. Ну, в игре. И не только. Напишите их ники в чате, потому что они достойны этого. Просто достойны. Не знаю, зачем я сюда иду. Господи, микрофрезы реально вот этот отстой. Жалко, тут нет сисек. Угу. Я запомнил их ники, не надо. А вот вы запомнили, нет? Я все ники запоминаю, с кем играю. Так, где же больше... Подожди. Ой, господи, куда мне сейчас нужно идти? Мойра из... Ник какой-то сложный. Сайзер, по-моему. А, Скайзер. Скайзер X.
герои сегодняшнего стрима. Просто реально молодцы. Вообще. Просто вот тут. Просто. Так, хорошо, куда мне сейчас нужно идти? Я уже не помню. Я не помню, куда мне идти. А, нам сейчас... Подожди, а куда нам сейчас идти? Я что-то запутался. Это были оба парня, так, какая разница? А, Скайзерс. Джаггер Джека нет, к сожалению. И Джека нету тоже. Артур отделся и фантомы перестали отвлекаться. Но его суперсексуальное тело, да. Так, болото, костры. Подожди, с болота? Я что-то, короче, реально подустал. Отсюда к Йорму. Подожди, к Йорму каким образом идти? Это откуда надо идти? Дальнее поместье. Давайте, ребята, я игру перезапущу, потому что это все круто, но... английский язык... Я просто из-за этого не ориентируюсь. Названия все другие. Чтобы... это мне откуда надо идти? Distant Manor. Ок. Через тюрьму... Я понимаю, что через тюрьму. Сейчас я игру перезапущу, ребят. И все будет. Ой, так, господи. А, точно, в Ретиле. Там же подземелье есть. Да-да-да. Только я не помню, где они. Слушай, подожди, нет, я помню. Или не помню. Сейчас вы мне скажете. Так, все, я включил русский язык. Го смотреть Евровидение. Да нет, ни за что, ты че. Нельзя их во второй раз вызвать и отдать призы. Я их, если сейчас увижу, отдам обязательно. А? А почему ты в таком странном разрешении работаешь, игра? Действительно? А, ну ладно. Трек приз. Я его не вижу. Так, пишите мне, с какого бонфайра идти. У меня уже башка не работает. Дальнее поместье. Дальнее поместье у нас находится в Ретиле. Так, отсюда. А, вниз, точно, вниз, точно. Слушай, я там смогу сейчас призвать кого-нибудь, учитывая, что там, по сути, понтифик убит. Т. Мюллер, спасибо за сап. Ай Меченый, спасибо за ресап на 4 месяца. Джон Гальд, спасибо за ресап на 9 месяцев. Арчер, спасибо за ресап на 3 месяца. Фотро, спасибо за ресап на 2 месяца. Скерри, спасибо за ресап на 4 месяца. Нокси, спасибо за спасибо за сап. Я просто, я не знаю, какие. Я вообще не слышу с этой музыкой. Спасибо вам, выпускайте котяток в чат. Я всем очень благодарен. Выйди к реке, там можно поставить знаки. Какой реке? До подземелья надо сейчас дорашить, а здесь, в принципе, я смогу. Ребята, верьте в меня. Здесь на самом деле не сложно, но есть моменты, где могут убить. О, канделябра. Да по сути все. Здесь сейчас красный фантом, по-моему, вломится. Я этого не одобряю. Как зуб? Отлично. Сейчас погодь, Алва, все тебе будет. Но пока далеко, я смогу, наверное. Да, я смог. Сейчас надо будет у кондошку, ну, сломать Алву. Так. Пока призов у вас. Я могу сейчас забыть, я упорот. Мойра из Кайзер Икс. Я вас, короче, скоро этот. Скоро призову. И мы с вами встретимся. И все будет хорошо. Так, Алва, ты где? Пойдем пока этот. Вот это вот самое. Реально? Oh, really? Я живой! Здравствуйте. Здесь покушение, покушение, ребята. Вот так, парни, вот. Так,
Слушай, он конченый. Ребята, по что вы меня покинули-то? Вы чё, ребята, вы чё? Ребята... Хорошо. Чтобы узнать, у кого есть голос, у них слева жизни есть значок с подбородком. Ага, понял. Геймпад! Геймпад, ты чё? Геймпад! Вы слышали эту херню? Геймпад, ты чё? Ты чё? Хрум-хрум-хрум. А ну иди сюда, мать твою. Ай, ай. Живой! Хорошо, сейчас мы победим. Тебе не хватило? Тебе не хватило, я могу тебе добавить. Ау. Да по сравнению с теми ребятами, с которыми я тут только что дрался, ты просто говно, понимаешь? Уйди, не мешайся! Артус, прости, пожалуйста. Я стерляков. Получи. Так, я пацифист, я сам не убиваю практически. Привет, Артус. Прокума. С нами Фор. Вот. Слушайте, у меня королевская стрела в квадрицепсе. Что мне делать с этим, Хартус? Знаешь? Не знаешь? А давай за жизнь поговорим. А ты кто по жизни вообще? А что ты тут делаешь? Эй, хорошо. Вот не надо обзывать, он, по сути, они его недооценили просто. Привет, Форк. Как дела? Хорошая бра. Чё? Алло. Сейчас, тебя очень плохо слышно, я сейчас убавлю музыку, чтобы услышать твой голос. Представляешь? Как дела, что делаешь? Стрим смотришь, небось, да? А он меня не слышал, наверное. А ты меня слышал сейчас, я вот то, что говорил? В общем, задача следующая. Нам с тобой нужно... Вот нам втроем. Подожди, а мы четвертого не можем призвать? Здесь тоже двое? Отстой. А, во, смотри, можем. Сейчас, короче, еще Ив позовем. Форк, я тебя слышал, не притворяйся. Кого он не компьютер? Хорошо, тебя очень плохо слышно. Короче, сейчас пойдем, кого-нибудь убьем, да? М такой, да? Нет, здесь только двое. Нет, здесь трое, видишь? Он пришел, Эв. Вроде как. Вот, нас уже трое. Можно еще как кого-нибудь фиолетового призвать. И этот, и здесь будет тогда 5 человек. И все будут просто овнить мир, да. Угу. Ты видел бой? Ладно, пойдем. Хорошо. Делаем вид, что все нормально. Вы идите вперед, а я посмотрю, как вы вот это вот все сделаете. Мне кажется, мне понравится то, что я вижу. Вот этих тварей надо ломать, да. Ого, смотри, она сделала себе щит. Круто. Я ненавижу, короче, вот этих врагов, реально. О, я помню, я тут играл, она меня скинула. Мне скучно, со мной никто не разговаривает. Кто-то со мной разговаривает, но... Так. Ой, сейчас у меня жизни будут убавляться. Да-да-да-да-да. Ну, у всех. Сломайте их, я не буду подходить. Пусть жизнь убавляется у вас. А я пока подерусь с тем, кто, короче, мне по уровню подходит. Эй, он был мой. Хорошо. Я чувствую, мы здесь... Здесь-то пока еще нормально, вот дальше будет веселуха. Я, кстати, вот эту локацию вообще плохо помню. Ну как плохо, вот спуск вниз, и там аккуратно, там будет засада, да. О, господи, что ты орешь-то, как этот... А Джек куда пропал? А Джек куда-то ушел на какой-то стрим. Его позвали, и он туда ушел. Он нас бросил, ребят, бросил. Меня-то за что? А что так кувыркаюсь, это он сделал? Я понял. Артур, давай я с тобой... Я так понимаю, Форк, ты слышишь
не меня в игре, а слышишь меня на стриме. Бросает-то всех. Зачем он тебя бросает? Да. И вот этот, короче, вот этот вот форк слышит то, что... То, что было уже. Тихо, надо взять пустяшку. Вот. Поэтому вот такое ощущение, что отвечает мне в попад. На самом деле это не так. Конечно. А что, у Dark Souls 3, я да? Я не форк, я Хартус. И да, я, к сожалению, не могу пустить. А, ну, ну ладно. Вот я же говорил. Я говорил. А почему я подумал, что ты форк? Ну теперь у нас не будет таких сомнений. Так, давайте новый знак призыва кто-нибудь оставляйте. Нам нужен еще один человек. Потому что форк у нас ушел. Ну как ушел? Да, два знака призыва. Давайте где-нибудь наверху там, короче. А что там, что ты хочешь, чтобы я взял? Не знаю. Ладно, хорошо. Ты знаешь, с тобой очень тяжело общаться. Не надо вот эстонцев не трогать. Эстонцы молодцы вообще. Трудолюбивый народ. О, чё? Чё? Давайте, знаете, где, короче, встретимся? Ой, господи, чуть не упал. О, это знак призыва? Это не знак призыва. Давайте встретимся вот тут вот около моста, короче, все. Тут посидим вот так. Вот. Садитесь, парни. Садитесь. А что тебе все говорят? О, мне кто-то там в чатике что-то пишет. Может быть, это человек по имени... Я могу вернуться к тебе, пишет человек, Джек. Сейчас, Джек, мы, у нас уже пати сформирована, поэтому мы сейчас поиграем, и когда потерпим, я буду рад принять тебя в нашу компанию. Да. Вот. А пока что мы, в общем, пойдем убивать. Риддик... Риддик, призвать фантома нельзя. Почему нельзя? Хорошо, Джеки, ты знаешь, что... Знаешь, Джеки, как нам нужно? У Джеки, кстати, Олдрик не убит. Да, насколько я понимаю? Джеки, скажи. Так, Риддик, раз. Мне нужна помощь на Олдрике по паролю 1887, пишет Джек. Помогите, ребята. Оставляйте там же знаки призыва, и Джек призовет одного из вас. И, в общем... Он будет победителем тогда. Риддик пришел, к нам пришел па-ха-ха или на-ха-ха. Я не знаю, но в итоге он сейчас придет. И он будет на нашей стороне. Он будет нам помогать. Или он попытается нас убить. Хартус, ты, в общем, присматривай за ним. Если он начнет, то... О, спасибо. То этот... В общем, смотри, Зань, смотри. Почему вас так мало, ребята? Почему? Кто-то подписался. Пока что не отобразился. Накся-кся-кся-кся, я буду читать твой ник. Пароль у Джека 1887. Вводите пароль, сидите около Анерлонда, заходите к Джеку. Угу. Так, ладно, что-то у нас больше никто не призывается, на самом деле. Я считаю, что это хорошо. Ох, там дичи сколько всякой. Нам нужно двигаться вперед. А чего у Блэка 83 угля? Че ты? Конечно. Я через Атмани это все сделал. Сейчас еще Джек 3 часа будет его бить. Не, привет, Накса-кса-кса-кса-кса. Я не думаю, что Джек его будет долго бить. Доверяй ему. Я его помню с предыдущего стрима. Он хороший парень. Только иногда у него срывает крышу, и он режет вены себе и окружающим. Так, я не помню, куда идти. Нам, по-моему, нужно пройти через камеры. То ли тут, то ли тут. Вы чё убили-то? А, вот она. Серёжа, прокачай какое-нибудь оружие, тогда и фантомам будет больше дамажа. Я знаю, но пока что справляемся вроде со все большим трудом, но... Так, я думаю, что они на самом деле его не трогают, но он их может трогать. Все, понял уже. Понял я.
Я на себе окружающему Олдрику. Олдрику он не трогает. У него вот действительно есть вот такое свойство. Короче, он почему-то не трогает Олдрика. Это Сережа был, да. Это был Сережа. Пароль Джек 1887. Заходите туда и делайте дела. Молодцы, сломали их. Нак-сяк-сяк-сяк-сяк. Хороший ник. Ридик, нет! Ой, фурианец! Нам нужно еще один стак призыва. Фурианец, как же ты так? Встречаемся на мосту. На мосту я вас встречу. Я приду на пятый день с рассветом. Уи, уи, уи. Вот, здесь у нас кто-то есть. Это у нас мист Мирайс. Давай. Хорошо, подождем. Еще 860 подписчиков, и Артур будет легендарен. Он так легендарен, чтоб ты знал. Угу. Не призывает Джеки. Ну, я не знаю. Вообще все будет, я думаю. Мист Мирайс, привет. Как дела? Как дела, мист Мирайс? Хорошо? Я тоже могу так. Это мой любимый эмот, короче, новый. Погнали, 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 погнали. Так непривычно, когда на стике прыжок стоит. Без разницы, какой уровень, действительно, да, именно так. О, сейчас же вот это вот дичь будет. Сейчас будет самое крутое. Сейчас будет столько фантомов умирать. Ой, это будет хорошо. Но это еще не то. Так, пойдите, ребята, пойдите и убейте их. Пойдите и убейте их всех. Убейте их. А потом там за дверью мимик, вы его тоже, короче, вломите ему, вломите. Пусть не выпендривается. А я пока вот тут постою. Хотел что-то кинуть, но кинул не туда, да. Да, мимика надо сломать обязательно, надо же боли для фантомов. Вот. Все, давайте, удачи вам. Эй, выпусти меня! Король в опасности! Сейчас много фантомов будет мертвых. Человек-падла. Ну простите, чё. Все мы грешны, верно? Особенно самые дубовитые из нас. Я боюсь туда заходить. Я зайду, короче, сразу пятку в глаз получу. Казалось, что тут она. Это, ребята, чтобы вы знали, только начало. Сейчас у вас все будет хорошо. Идите вон туда, идите. Пойдите, посмотрите, что там. Такая шобла. Вот это самое веселое, по-моему. Может быть, это послание, может быть, ты идиот просто? Слушайте, а они же, по идее, могут бить фиолетового фантома. Аккуратнее, ребят, не заденьте его. Он нам помогает, он единственное, что не может, это до босса дойти. Ребята, вы слышите этот храп? Это не я. Я просто охеренно справляюсь с этим уровнем. Я уже вижу это. Это слишком просто. Ребята, вы тоже вполне себе неплохи. Идите все туда, идите. Вот тут, туда все идите, идите. Идите туда, идите. Идите, иди, иди туда. Прощайте, прощайте. Ага. Сейчас Джеки там Олдрик убьет. Король Артур самый лучший. Не надо вот это вот. Король Артур самый отвратительный так человек на свете. Да? Вот. Тихо, не разбудите это быдло. Тихо. В смысле? Ой, тихо, спокойно. Не смирай, короче, самый такой правный чувак. Как смотри? Картус, нет!
Артус, приходи еще. По-моему, пора, короче, немножечко эпатажности придать своему облику. О, Даркру. Приходи, Даркру. Что творится на колхозе? Так, а вы там все умерли, что ли? Мисс Мирайс, ты должен сделать дело. Чего туда-то все убежали? А как же король-то? Даркру. Привет. Даркру? Привет. Смотри, вон того. Ой, мать твою. Вот это вот, короче, вот его надо убить. Я пошел. А что, это вы не деретесь с ним? А я его так убивал. Я его оттуда сверху еще падал, тоже головой. Короче, все бросили меня. Я говорил вам убить, а не пробежать мимо. Ой, плохие. О, спасибо. Ну ладно. Займемся скукотищей тогда. И никто меня не ждет, а хотя все ждут-то. У меня, по-моему, новое любимое оружие, ребята. Подождите. Аккуратно, все на защиту. Все на защиту короля. Ау, сраная крыса, ну что ж ты. Человек в комментариях спрашивает. Люди, герой советской разведки, 5 букв. Давайте, помогите человеку. Великан пишет. Свежатинка, ом-ном-ном-ном-ном. Конечно, мы в итоге тебя пробежали. Аниман, спасибо за ресап 4 месяца. Геймпад пишет, тают. Подождите, ребята, вы же понимаете, да, что... Слушай, а куда все убежали? Джаггер Джек пришел. Так, я сейчас серьезно говорю, ребята, вам нужно вернуться ко мне. В моих руках уже дрожит черный кристалл разделения. А мы пока давайте сходим сюда. Ого, увидели это? Это было тупо. Хотя давайте сначала Джаггер Джека дождемся. Мародеры, похоже, приехали. Хорошо. Зорги. Да не Артур, ты что ты несешь? Смотри, смотри, смотри. Вот так вот стоишь, короче, а потом резко оборачиваешься назад. И там мимик, короче, на том месте, где... О, Джаггер Джек пришел. На том месте, где мимик, там отображается мимик. Смотрите. А вот раз не показалось. Ну и ладно. На самом деле, ребят, это все ловушка. Джаггер Джек, давно не виделись. Ну как у тебя там? Манер не появилась? Я так понимаю, нет? Ну конечно, будет кидать всякое говно. Показал бы на кого-нибудь пальцем. Сказал бы, давай по-честному. Один на один подеремся. Там. Ты же не умеешь так. Ты умеешь только вот это вот из-под тяжка действовать. Угу. Но я должен признать, у тебя это очень неплохо получается. Каково это, быть неплохим тяжкистом? Пять букв, четыре цифр, что? Ни хера там что происходит. Всем, кто не выдержал и пошел спать, удачки. Щемит Джаггер Джека. Пойду посмотрю. Что-то я смотрю, сколько у нас народу, по сути, с собой. Просто я вижу только двоих. А, и только двое со мной есть? Серьезно? Кидайте знаки фантома, что ли, тогда? Я еще призову кого-нибудь. Где-нибудь здесь. Куда вы подевались? Королю страшно? О, навозник. О, слушай. А если я... Ну-ка. Пусть его все херачат. Давай, давай, все, отходите, парни. Стойте в дверях, короче, и херачите его, как подойдет. Джаггер Джек, ты можешь не за... Ау, больно.
Щемите вы, ребята, щемите. Джаггер Джек, тебе плохо? Почему? Что же произошло, родной? А? И такой бежать, как обычно. Мне на самом деле Bonfire. Джеки готоу. Сейчас, Джеки, мы доиграем. Я пока... У нас тут этот замес идет. Я пока Джеки позвоню, если вы не против. Джеки? Hello. Здравствуйте. Как ваш ничего? Ничего, как Олдрик. Олдрик, хорошо. Мы его практически без проблем убили, на самом деле. Мне инфа прошла, что вы 3 часа убили. Это показалось. Мы на самом деле просто ходили, осматривали окрестности там и тому подобное. В общем, как-то так. Ну, такое, в общем. Джаггер Джек, нет! Ну, короче, ты знаешь, я думаю, что мы сейчас добежим до нижнего костра. Потому что он уже очень близок к нам. Помнишь, который около Йорма? А ты тут до туда можешь? А, тебе же пипец, как далеко до туда бежать. Это там вообще. На самом деле это довольно просто. Нет, ну Олдрик, короче... Это тот, который в башне. В башне. Да-да-да-да-да. Ну, если подожди, я подожди, не заблужусь. Джек, я тебя обманываю. Сейчас мы... Даркру. Ты, кстати, красавчик просто. Сейчас мы этот... в общем... Ксерон, привет! Сейчас мы пойдем к тому самому бонфайру. У нас, по сути, дорога... О, привет! У нас, по сути, дорога к нему... У нас на пути к нему стоит только Джаггер Джек. Но он сейчас, похоже, опиздили... Получит, в общем, по лицу. Он против меня вообще ничего не может. Я его постоянно урабатываю, смотри. Я даже ничего для этого не делаю. Он просто умирает. Вот. Джаггер Джек, ты был плохим бойцом. Мы слушали музыку. Не пробовать к костру бежать? Нет, ты будь на том костре, на котором ты есть. Мы же срез как раз до него открыли, я забыл. Ко мне Вененум какой-то вторгся. Чё? К тебе вторгся Вененум? Как же он мог? Что за быдло? Сейчас, ребята, давайте мы сходим за Джеком. На самом деле, давайте сразу уясним, ребята. Короче, в общем, нам нужно сейчас контачиться с Джеком. Джек оставит свой знак призыва в одном месте. И пока что мы попробуем без пароля. Просто меня парит каждый раз переключать. Так, подожди, я забыл дорогу. А мне-то какой сейчас пароль ставить? Обычно 1999, пока поставь. И этот, в общем... Короче, ребята, что я хочу сказать. Пожалуйста, не ставьте на то место, где будет пароль Джека. Потому что, если я там увижу чей-то пароль... то я оттуда... Я ваши имена запомню, короче. И все. Приеду к вам домой, сожгу дом, да. Ага, убью всех тараканов. Все как обычно. Красиво. Нет, серьезно, на самом деле. Просто я больше вас не призову. Но это будет тупо. Джеки, я у костра, если что. Я тоже сейчас не надо темного духа убить. Ребята, спасибо вам огромное, но я вынужден... я пока вас отправлю, а после этого кого-нибудь призову, ладно? Спасибо вам за помощь, ребятушки. Спасибо, Даркру. Ты реально вытаскивал. Так, хорошо. Ты у костра? Да, да. Сейчас я поставлю знак. Где ты его поставишь? Да, где скажешь. Ты можешь пройти чуть-чуть вперед вот эту вот решетку? Видишь, спереди от костра? Угу. Спустись вниз и у ее подножия, короче, поставь свой знак. Понял. Спустился вниз, поставил. Безумный фантом. Тут еще трава слева и справа, да, какая-то? Да-да-да, да. Именно так. Ой, я не то делаю, господи. Так, судя по тому, что у меня горит значок, сейчас врубится Джек. Ой, поэтому... Ну я, короче, я обоих убрал, просто чтобы никому обидно не было. А то я бы одного убрал, и в итоге было бы, по-моему, как-то неуважительно ко всем. А сейчас, если Джек придет, я кого-нибудь одного призову. Но я тебя пока не вижу, если что. Я просто пароль не поменял, вот сейчас поменял, поставил заново. А у тебя какой знак, белый или желтый? Белый.
Тут же вроде троих можно призывать. Я понимаю, сейчас все будет, ребят, не волнуйтесь. Просто я... Есть такая тема, что... Вполне возможно... О, понятно. Тебе так, просто сестру восстановить. Есть такая тема, что я вполне возможно сейчас перезайду там и тому подобное. Откуда он нападет сейчас? Так, ну подите и порвите его. Эстусы восстанови. Угу. Я думаю, что в итоге так не получится на самом деле. У нас уже было такое, просто очень много людей, и в итоге ты... Ого. Ребята, вы чё? Вы как вообще, я не знаю, вы чё хотите? Вы отпарировать, что ли, хотите? Или как? О, понятно. Хорошо, хорошо. Ой. Я пришел, говорит. Тайгер Джек, это твой голос? Господи, фрезы, что вы делаете? Ой, так. Джаггер Джек, это Джек на New Game Plus. Нет, Джек-то не петух. Да. Да. Так, хорошо. Я сейчас, короче, сделаю следующим образом. Я пока что вы посмотрите на меня. Я, кстати, сейчас кое-что сверну, потому что я вообще не вижу, что у меня там со стримом. Этот Джек, ну ты понял, я поставлю пароль, и этот пароль будет сейчас я тебе его напишу, сейчас он будет дико сложным. Кардинально будет отличаться. Охереть как просто, причем реально, да, это просто криптография какая-то будет. Сложно. Вот так вот. Принял. Канает? Да. Канает такой пароль? Хорошо, хорошо. Видите, сколько я кнопок нажимаю? Вообще никогда не догадаетесь. Поставил. Так, ну я поставил на самом деле. Твоя эта штука где? Слушай, у меня этот скайп. Внизу лестницы. Ой, господи. Армия сектантов, идущие под флагом. Че? Что ты несешь? Я вставил релаксирующую музыку. Про вмятину пока что не сказали, но думаю, в ближайшее время будет. Так, в общем, я использую уголь. Да, я медленно использую этот уголь. И...